Ну что ж, добрый вечер, друзья. Проверка связи. Мы сейчас в эфире. Идет небольшая задержка. Так. Возможно, кому-то нужно будет сразу обновиться. Возможно, у вас сразу появится сейчас картинка. Это новая студия, в которой мы работаем. Я еще не проводил такие вещания. И сегодня мы попробуем качество вещания, в принципе, дважды улучшено. Это 1000 на 80 пиксель, максимальная развертка экрана. И в этом качестве, конечно же, должно быть видно получше. Не знаю, насколько будет тянуть интернет и насколько будет все хорошо. Сейчас попробуем определиться с вами. И вот кто уже присоединился к нашей студии, пожалуйста, поставьте оценки от 1 до 5, так, чтобы я понимал, как меня видно и слышно. Здесь же я, у меня расположен прямо над экраном тоже чат. Я вижу сейчас, в принципе, оба чата, где вот приветствую, из Чехии есть у нас уже Светлана Соколова, Екатерина Петрова. Всем добрый вечер. Надеюсь, что будет прекрасно сегодня проходить вещание в хорошем качестве. Вот вижу, пятерку Лариса поставила. Да, должен еще сказать, что после обработки видео качество видео еще раз улучшится, но это будет уже в повторе. Вы можете смотреть это видео в повторе. Ничего скрытно не будет от вас. И просматривать можете по этой ссылке, заходить либо на наш канал на YouTube. И в любое время вы можете еще раз и еще раз просмотреть видео. Единственное, что вот этот формат трансляций мы делаем пробные, так как раньше мы закрывали видео, сейчас будем пробовать, насколько это вообще актуально будет для нас, не знаю. Будем пробовать проводить вещание и оставлять в открытом доступе. Но, естественно, с одним условием, если сейчас мы сделали специальный такой донат, интересная программка, которая работает. И ссылка есть сразу в описании под видео, где, если, конечно, не трудно, небольшая помощь нашему проекту, и тем самым так, чтобы художники не совсем бесплатно выступали. И уж если мы не продаем эти мастер-классы, то хотя бы оправдывали небольшую стоимость материала, так как холсты, краски, кисти, все это стоит. А так как мы преподаем и ведем трансляцию бесплатно для вас, поэтому я думаю, что, ну, во всяком случае, не будет накладно. Там размер суммы 30 рублей, поэтому это, да, вот 30 рублей выше, как уже захотите. Поэтому я думаю, что это не накладно ни для вас, и у нас будет стимул для работы и для того, чтобы делать вот такие бесплатные уроки. Ну что ж, что я сделал? Сегодня мы воспользуемся обыкновенными вот такими, я пользуюсь бумажными салфетками, вы можете брать любую ветошь, какие-то старые простыни, просто салфетки, может быть, даже туалетную бумагу использую для этих целей. А также я взял обыкновенное подсолнечное масло из магазина. И вот здесь у меня идет еще у меня дополнительный звук на телефоне. Его нужно, конечно, отключить. Он не мешает. Ага. Вот. А по донату будет здесь же на экране. Вы видите, там будет такой для вас, как только поступать будет какой-либо из переводов,
сразу будет видно зайчика, который будет танцевать. Ну, это тоже делает такой некий развлекательную трансляцию. Обыкновенное подсолнечное масло, оно имеет вот такой зеленоватый, легкий зеленоватый оттеночек. Но если вы пользуетесь титановыми белилами, ничего страшного, поэтому я давно пользуюсь обыкновенным маслом. Также его можно поставить, в принципе, на подоконник, на солнечную куда-то сторону, и где после масла будет выцветать. Вот Татьяна задает вопрос, можно повторить размер холста и сказать, чем вы смочили холст. Холст обработан подсолнечным маслом. Это делать не обязательно. И больше скажу вам, если у вас холст не впитывает подсолнечное масло, то делать это не нужно. Так как мои холсты, они очень хорошо впитывают подсолнечное масло. И если я на них сразу начну писать краской, то краска будет сразу сохнуть и впитываться, и точнее даже не впитываться в холст, а вот таким методом быстро жухнуть, терять свои свойства. Поэтому я это не делаю, я обрабатываю холст подсолнечным маслом, чтобы красочка постепенно сохла и постепенно впитывалась в холстик. У вашего холста провисшие углы, что и как вы будете с этим делать? В магазине такие холсты сразу оставляем, может быть, зря? Ну да, в общем-то, ничего страшного здесь нет. Вот я сейчас, пока сухая, надо еще немножко смочить маслицем вот эти вот места. И после высыхания картины они выпрямятся. Сзади можно очень легко поправить эту вещь, если побрызгать, а именно не натягивать колышки, а такой брызгалкой и водичкой чуть-чуть смочить сзади холстик. И он также натянется, как барабан. То есть, в принципе, если сейчас после написания картины они не выпрямятся, значит, после того, как я напишу картину, ближе к вечеру я посмотрю, стоит ли еще водичкой с обратной стороны побрызгать. Для того, чтобы он просто как барабан натянулся. Страшного ничего нет. Я по обыкновению заказываю холсты, они приходят мне на дом по интернету, я не покупаю в магазинах. А также холсты приходят в студию. Поэтому мы пользуемся совершенно спокойно этими холстами. И я вас уверяю, у меня сотни картин, где я писал вот именно на таких угловых, на таких углах. А холст натягивался после написания. Плюс еще вот здесь я зажимаю этот холстик, здесь такая планочка есть деревянная. Возможно, что она сейчас сильно натянута, то есть сильно сдвинута вниз. Поэтому после того, как я отпущу, также возможно, что эти уголки, они выпрямятся. Ну все, в принципе, можно начинать сегодня. И по обычаю мы напишем вот такую картинку. Картинка есть сейчас. Также показывается и в Ютубе, и раньше не было этого. А сейчас вы ее наблюдаете и на канале Ютуб, а также на нашей странице есть и под видео большая картинка, ее можно развернуть. И я буду пользоваться вот таким скупым набором масляных красок. Это не значит, что вы должны повторять именно так и пользоваться таким набором. Это желтый, красный и синий. Но каждый из вас может брать свой набор, то есть дополнять его. Ну вот еще что я дополню, это умбра коричневая, а желтый средний, вот написано, это кадмий красный средний, и Prussian Blue, краска ближе сходства с русской мастер-классом синей ФЦ. А для чего я это делаю? Также на мастер-классах мы это делаем, скупой набор масляных красок, для того, чтобы человек, тот, который обучается живописи, мог понимать, что с чем смешивать, чтобы получить, ну вот из трех цветов можно получить практически все цвета радуги. Поэтому любую
пейзажную работу можно написать с помощью трех цветов. Плюс белила. А это титановое белило той же марки, той же фирмы. Иногда я пользуюсь разными красками. Но если я беру другой марки краску, то я пользуюсь только одной маркой. Поэтому имейте в виду, если у вас краски из разных фирм, вам нужно попробовать перед тем, как написать какой-то пейзаж, как она будет сохнуть, как она будет вязаться, потому что самая основная сложность в том, что человек при написании картины видит сначала одни цвета, а после высыхания получается, что картина пожухла, и получилось так, что цвета получились совсем другие, не как это было первоначальным слоем положено. Также такие работы в стиле импрессионизма исполняются очень быстро, поэтому мы размешиваем и делаем замесы краски. Желательно, чтобы красочка у вас была вот здесь вот на тюбике видно, что полностью закрывается квадратик, а значит, это покрывная краска титановое белило. Не пользуйтесь прозрачной краской для этих целей. Прозрачная краска, она сделана именно для серьезных работ, где пишется не как маслом с темного на белый, а именно постепенно затемняется работа, как в акварели, и очень тонкими слоями, и делается работа очень долго, потому что нужно дожидаться высыхания первого слоя, прозрачная краска не накладывается толстослойно, очень тоненькими слоями, и после каждого слоя, после каждого просыхания мы пишем вторым, третьим, четвертым слоем, и вот таким образом получается серьезная работа. Иногда уходит целые года для того, чтобы написать такую, сделать такую работу. Кто производитель красок? Это краска, которой я пользуюсь. Но тут сразу видно, кто производитель. Сейчас, в принципе, один из производителей всего на планете это наши друзья из Китая. А также я пользуюсь немецкой краской, есть краска Норма, очень хорошая, Винстон очень хорошая краска. То есть здесь, конечно же, по России, я знаю, там вот у нас мастер-класс в основном идет сейчас, а в Германии на самом деле разнообразие. Есть и Лукас, есть и Иван Гог, и какие-то там американские компании, английские фирмы, и помимо немецких десяток разных фирм. Добрый вечер, Роман. Вот, кстати, Роман задал вопрос. Это сейчас я вижу у себя в чате. Мне еще помогает Татьяна. Я буду периодически так вот приподнимать палитру, что я сейчас сделал. Чуть-чуть маслица и такую вот жиденькую красочку, чтобы она была не как из тюбика, вот здесь вот прямо из тюбика, она такая густоватая, а именно жиденькую красочку. Чуточку нужно в эту красочку добавить красный оттеночек, так как я вижу на фотографии на самом горизонте. Вот там вот краснит небо. Там есть солнышко и там есть свет. И он не совсем белый, не чисто белый, а именно такой вот немножко краснявый. И в эту же красочку нужно еще чуточку добавить красненького. Но не переборщить, потому что красный цвет очень едкий. Я его немножко здесь вот выдавлю сейчас на палитру. Хотя, в принципе, он понадобится и для дальнейшего прописания, там вот при смешивании красного. Здесь где-то красненький нужно вот для листочков, где-то взять чистенький, где-то с белилисами немножко смешать, где-то, может быть, в оранжевый пустить оттеночек, где-то вот с коричневым, тоже будет на марс коричневый получится из умбры.
Поэтому вот здесь вот по траве что-то можно еще добавлять. Ну и по задним планам. Ну и также, чтобы получить темные оттенки, перед тем, как написать, мы будем высветлять картину, именно с этим правилом работать. И чтобы получить темный, нужно обязательно синий смешать с красным. Возможно, туда для более черных таких глубоких еще добавить желтый. И получится вот при смешивании таких концентратов цветов из трех цветов, из двух цветов мы можем получить темные оттенки. Также на березке. Едем дальше. Как я сказал, чуточку красного, но очень аккуратно, потому что красный он такой очень-очень-очень едкий. Вот здесь вот я делаю такой замесик. Так, чтобы это не краснил он сильно, но был чуточку. Я не знаю, насколько камера передает. Но возможно, что вот именно в этом формате, возможно, что она будет передавать. Поэтому я вношу сюда сразу вот этот розово-красный оттеночек. А вообще пейзаж, сегодняшний пейзаж, он очень легкий. Ничего здесь сложного нет. Сейчас я еще на палитру добавлю сразу синенького. Ну и начнем вот с таких оттеночков. При покупке, если вы покупаете, например, вот многие спрашивают, новички, с чего начать, какую краску взять. Приходим в магазин, а продавец или продавщица говорит, ну да, нужно взять вот набор из каких-то определенных красок. Предлагают сразу 128 цветов или каких-то, ну, минимально больших разнообразных цветов. Включая туда и различные зеленые, и какие-то, может быть, золотые оттенки, которые абсолютно не нужны в начинании и, может быть, в обучении. Вот, поэтому будьте внимательны. Достаточно синий, красный, желтый. И плюс белила. Не будет так сильно накладно. И, в принципе, вы научитесь размешивать краски. Научитесь смешивать их. И все будет... Будет такой легкий старт из скупого набора. Ну, мольбертов у меня на самом деле очень много разных, и я пользуюсь и Артиной, и каких только нет у меня мольбертов. В этом-то плане, конечно же, без разницы, какой у вас мольберт, лишь бы холст был хорошо закреплен. Смотрите, что я делаю. Вот здесь весь низ, все, что уходит туда вдаль горизонта, оно светлее. Весь верх немножко я притемняю вот здесь. Особенно самый верх. И вот здесь я вижу правый угол как по фотографии, так и в природе. Всегда то, что находится ближе к нам, чуточку темнее. И вот это нужно понимать. Сразу появляется воздушная перспектива. И мы должны сразу же показать ее. Ну и дальше. Дальше мы пляшем всегда. Любая работа начинается с центра фотографии. Всегда мы определяемся с центром. Новичок легко находит центр картины, центр полотна, центр фотографии. Плюс-минус, конечно, есть, но легко найти. Находим центр фотографии. Что мы наблюдаем там на центре? Ну вот там, на этом центрике, если мы чуточку вверх, чуточку вниз уйдем, вот с макушкой тех деревьев, тоже страшного ничего нет. И также вот центр сегодняшнего холста, сразу я его показываю, там будут находиться вот именно вот те деревца, проходить верхушка, макушка, вот то, что мы там наблюдаем. А рисовать море одно синее все-таки мало? Ну, в общем-то, много уроков, и у меня были уроки, где море прописывали также с тремя цветами.
Есть, конечно, в море лучше добавлять какие-то. Есть, не обязательно же мы пишем какие-то морские пейзажи определенного цвета. Есть различные, там где-то изумрудный надо добавить, где-то какие-то чистые цвета взять из тюбика. Это, соответственно, да. Для обучения советую вам не разбегаться сейчас по большому набору красок, особенно если вы новичок в живописи. Поэтому так, чтобы понимать, что происходит на холсте, на самой палитре, что происходит. Ну, вот представьте, я сейчас выдавлю на эту палитру, например, ну, те же 12 цветов. Что будет с новичком, если он начинает с 12 цветов при смешивании? Тут и так получается палитра. К концу, к завершению работы уже столько намешано будет цветов, что там очень сложно будет получить. А при смешивании 12 цветов между собой может новичок просто-напросто запутаться и не понять, как же получить эту краску-то. А для чего это делается? Делается скупой набор для того, чтобы человек понимал, что с чем смешать, и чтобы получить тот или иной оттенок. По отражениям, также по отражениям, вот здесь я возьму, немножко зацеплю этой же красненькой, немножечко вот здесь вот красненькой, немножечко голубенькой. И вот тут с правой стороны по отражению немножко белил. А все отражения в воде, они на тон темнее, темнее, чем небо. Это тоже нужно понимать, это одно из правил. И вот тут можно также сразу левую часть, вот примерно я беру берег, и приблизительно его также можно поделить на три части. Это вот полотно, левое полотно на три части. Делим на три части, где-то вот сюда мы уходим. И вот здесь с левой стороны будет находиться как раз таки вот этот край берега. И этот край берега, он в принципе у нас ровный, почти как по линейке, уходит в правую сторону. Ну и здесь незначительно, если мы чуточку приподнимем, чуточку опустим, тут тоже нет такой задачи, чтобы выполнить идеальную, сделать копию. Не стремимся сейчас к этому. Дальше двигаемся. Мне вот нужно немножко посветлее взять. Хорошо. Если есть какие-то вопросы, задавайте. По ходу мы будем отвечать. Татьяна будет озвучивать, может быть, отписываться от моего имени в чате. Сейчас наша задача, в принципе, избавиться от белого холста полностью. А вторая задача – это нанести нужный цвет в нужное нам место. И как я уже сказал, вода. Ну вот примерно мы можем даже сравнивать, подведя кисточку к фотографии, и посмотреть, где какой фон. Также задаем задний берег. Задний берег находится, горизонт находится ниже линии горизонта, ниже линии середины картины. Опускаем его. И также он имеет некий такой наклон вправо, но незначительный. То есть он не полностью по горизонту расположен, а именно здесь вот также мы видим с правой стороны середина фотографии. И вот чуть ниже середины, если мы середину обозначим, то чуть ниже середины будет находиться у нас правый берег. Вот. И таким вот также намек делаем на примерно, как это будет, как речка находится. То есть она плавненько-плавненько у меня уходит немножко в правую сторону, спадает. Все, вот основная задача. Сейчас просто нужно нанести краску, нужную краску, нужный цвет, нужное нам место, чтобы потом с этой краской мы могли поработать.
Бам-бам-бам. Здесь по мере приближения к берегу, к нашему берегу, вода становится на тон темнее. То есть вот здесь чуточку темнее, чем вода, которая находится возле заднего берега. А по отражению деревьев, конечно же, мы внесем это отражение еще, и получится у нас как раз вся водичка. Все, дальше мы наводим все темные места. Как я уже сказал, мы смешиваем красный. Здесь я уже беру красный больше. И синий. Делаю такой замес. Красный-синий. И делаю такой замес индиго. То есть есть такая уже готовая краска индиго. Она немножко так вот фиолетит. Но на самом деле она очень темная. Поэтому нужно воспользоваться этим темным цветиком. И вот там, где мы наблюдаем, как я уже сказал, еще раз можно в эту же красочку чуточку желтенького добавить, чтобы получить такой. Ну тут все зависит от смеси, сколько мы чего добавляем. Сейчас я попробую, чтобы он был темный и немножко зеленел. Хотя, в принципе, можно добавить также и коричневый цвет. Тоже будет интересный темный оттенок. Красный, коричневый и синий. Ну, вот здесь вот я сейчас добавляю сюда желтенького. И сразу получается такой вот темно-темно, наверное, там есть вот такой зеленцой. Что нам нужно? Нам нужно обозначить всю заднюю часть, там, где находится берег на заднем плане. А сначала сделать его темным, для того чтобы на нем мы могли прописать некий кустарник и все, что там мы наблюдаем на заднем плане. Также есть он у нас и по горизонту вот там. Пока без отражений. Пока вот таким нанесением цвета. Ну, в некоторых случаях, конечно же, нужно вытирать кисть. Так, все хорошо. А здесь я немножко отступил, не продумал. То есть вот здесь можно поработать сразу, тут же поработать с небом. Так, чтобы поуспокоить небо и сделать его помягче. Для этих целей можно использовать мастихин. И вот так вот боком, движением вправо-влево, разогнать эту красочку. Но разогнать ее по горизонтику, не сразу опускаться сверху вниз, а так, чтобы мы могли сделать плавный переход от более темного, более к светлому. И подобраться вот сюда к макушкам деревьев. Так, чтобы деревьями потом надавить уже на все небо. Первый слой, тюбная прописка, она в принципе не нуждается в таких толстых слоях. Толстый слой можно уже подкладывать в самом конце. И о толстых слоях это отдельная тема. Там же нужно учитывать, что темный цвет он вообще не любит толстых слоев. А белый, светлый, вполне возможно, что можно его положить. Речку мы работаем по вертикали, не по горизонту, а по вертикали. Для того, чтобы получился
получились вот эти вертикальные полосочки. Вся вода работает все время. Мы пишем сначала по вертикали, а потом только показываем какие-то горизонтики для того, чтобы появилась поверхность и появилась водичка. Где-то я тут зацепил. Все время нужно вытирать мастихин и обращать внимание на это. Лишнюю краску я также сбиваю на холст, на палитру. Палитра у меня такой же холстик, только 30 на 40. Очень такая несложная работа, несложная фотография для новичка. Я думаю, что, ну, во всяком случае, вот на мастер-классах, школах, где человек повторяет тут же за художником, дается каждому новичку такая работа. Нужно попробовать. Вот то же самое можно делать как с помощью мастихина, так и с помощью кисти, естественно. Здесь же на самый низ, тут же сразу я избавляюсь от этого белого. И сразу наша работа подготовительная подходит к финалу первого этапа. То есть первый этап — это нанести нужная краска на нужное место, как я уже сказал. После чего с этой краской можно работать. Повторно я добиваюсь опять того же цветика, когда у меня первый ушел, желтый, синий, красный. И вот тут опять. Я думаю, что там вот находится дорога на переднем плане слева. Ее можно не прописывать, эту дорогу, а вместо этой дороги сделать какую-то полянку. И, возможно, на этой полянке развести костер. Ну, тем самым добавим в эту фотографию, в эту работу интерес какой-нибудь. Все, дальше мы будем высветлять. Самое главное — избавиться от вот этого, навязать холст темный цвет. Если я работаю как против шерсти, используя строительную кисточку, так и как угодно можно двигать ей. Очень много краски снимаете, новичок краску жалеет, бережет ее. Но на самом деле много. То, что я снимаю ее где-то вот на палитру, вот чуть-чуть сбил. А то, что там чистится, с кисти снимается и все остальное, это вам так кажется, что прям вот очень-очень там много краски. На самом деле это немного краски, и она этого стоит. То есть мы должны работать живо. Любая живопись должна быть живой, не так, чтобы думать все время о краске и выдавливать по капельке, потом отвлекаться опять на выдавливание, потом снова как-то все время думая о краске. Естественно, мы тоже отвлекаемся, и у нас на самом деле не получается то, что мы хотим написать. Здесь из этих тюбиков вот я пользуюсь, покупаю набор, например, красок, и вот из этого набора, они большие на самом деле, тюбики по 180 миллилитров, есть по 150, но вот 180 я беру, и вот 180 миллилитров, 4 тюбика, там, ну, вот красный, синий, желтый, с добавлением, например, коричневый еще, и красный уходит в три раза меньше. В основном это желтый и синий. Чуточку добавляется коричневый. И из такой смеси, если что-то у меня и выпадает на холст или на палитру, можно же сдавить на палитру и потом с палитры брать. А если у меня уходит где-то что-то в тряпку или в мусорку, то
Уверяю вас, это тоже не так много. Поэтому сэкономите вы там. А вот из трех таких тюбиков, из четырех цветов, получается, ну, практически можно написать 10 таких картин. То есть затраты, конечно, они небольшие такие, если вот на все это раскидать. То ничего страшного нет. Вот некую такую легкую зеленцу сюда же вниз мешать. Что здесь еще? Также можно сейчас, пока его нет, но вот можно поработать сразу же по отражению. Также можно как кистью, так и мастихином. Мне нравится мастихин в этом случае, поэтому я пользуюсь, в принципе, обоими инструментами, как кистью, так и мастихином. Вот, задаем какие-то кроны деревьев. Они также должны сливаться с небом, поэтому там не нужно что-то такое делать такую прописку, а именно просто вот вытираю и вот таким макательным движением где-то поднимаю дерево, где-то опускается оно. Смотрите так, чтобы краска загоняла светлое в деревья, выходили наверх. В этом же плане можно работать. Обыкновенно вот такой какой-нибудь взять кисточку и также с помощью кисти повытаскивать, повгонять. И вот из этих темных слоев сделать вот эти кроны деревьев на заднем плане. Они хоть и темные, но они не такие жирные. Здесь вот эту красочку, темную красочку нужно поубирать, так как на ней будет еще один слой. И так, чтобы он не мешал вторичному слою. А его сделать таким навязанным в холстик. Здесь вот наблюдаю, очень много краски лежит. И вот эту красочку, естественно, можно ее раздавить. Ну вот так всегда страшно, особенно новичку бывает страшно, что картина сначала она не смотрится ни в каком виде, пока мы делаем подложку, делаем вот эту растяжку первой краски. Нет ничего напоминающего о будущей картине, то есть здесь только такие вот пока строго нанесенные цвета на то место, где будет что-то написано в прописи. Берег сам вот здесь, возле берега, там темнота, там сгусток. Обычно там всегда больше лиственности. И эта лиственность, она попадает все-таки в тень. У меня были такие на моих мастер-классах, ну, приходят люди, ну, где со своими красками. Обычно мы пользуемся моими красками на мастер-классах. А есть такие мастер-классы, где там предписано, то есть не мной, а с теми компаниями, где я работаю, они предписывают, чтобы люди покупали в их магазинах краску. Поэтому или приносили там свою уже купленную в их магазине. А там я частенько сталкиваюсь с этой проблемой, когда человек приходит со своей краской и начинает жалеть ее. То есть выдавливает, ну, буквально капельку. И вот с этой капелькой начинает работать. В этом случае я беру свою краску. Все-таки
заканчивается тем, что я на такие уроки тоже вожу свою краску, поэтому мы работаем энергично, интенсивно, и бывает, что подходишь, нужно помочь, краски нет, на палитре ничего нет, и вот начинаешь за человеком пытаться ее сэкономить, и ни к чему хорошему это не приводит. Так, дальше. Ну, что здесь можно? По отражению сразу. Давайте по отражению. Там я наблюдаю, есть и вот сейчас синий-красный. Также вот тот же самый замес, синий-красный. Синий-красный, желтый. И тут вот даже если видно по... Коричневый я еще не выдавливал, а на палитре уже появляются коричневые оттенки. Здесь вот есть. То есть здесь есть красный смешать с желтым, получится оранжевый. А смешать красный с синим, с добавлением белил, получится такой коричневый. Чуть больше красного получится такой фиолетовый, уйдем грязно-фиолетовый оттенок. И в общем, конечно же, мы можем добиться различных оттенков краски. По отражениям. Отражения обычно такие же. А все отражения пишутся по вертикали обязательно. Ну и вот как кистью, так и мастихином здесь без разницы, как вы его напишете, это отражение. Самое главное, чтобы оно было. Ага, я закрыл чат, не вижу пока. Валентина Прикиселева пришла. Приветствую. По отражению. Здесь самое главное, нужно немножко учитывать весь вот этот... Если мы видим какое-то, например, дерево, оно должно также отражаться по возможности. Зеркальное отражение должно быть в воде. Плюс-минус, конечно, мы можем не сильно обращать на это внимание, но, тем не менее, получить как можно зеркальнее. Иначе, если мы где-то здесь вытащим дерево, которого у нас нет на берегу, в воде отражения, то, конечно же, оно не будет смотреться. Также стволы. Все стволы должны соответствовать по отражению. Сейчас я... задам пока. Вот то, что мы сейчас делаем, то, что я делаю, это называется этюдная работа, поэтому сейчас мы прописываем только этюд. Вот. Ну, а отражение, оно на самом деле не требует от нас такой точности, как это делается берег. А в отражении мы можем немножко уходить от правды, не делать такую прям точность, потому что все-таки есть вода, есть движение воды, есть некое искажение. Поправить мы можем уже сам берег с помощью, учитывая вот здесь бережок, немножко его притемнить еще. Там на заднем плане я еще где-то там вот наверху наблюдаю полянка. Полянку тоже можно показать оранжевым цветиком. Ну и где-то, может быть, поуспокоить, если есть сильно густая краска темного цвета лежит. Ее можно поуспокоить. Светлые оттенки. Они не боятся толщины, а темные, конечно же, нужно учитывать, что толстослойно не совсем будет некрасиво смотреться. Также можно взять мастихин, может быть, поменьше размером. И чуть-чуть вот так вот в такой глянец пустить, чтобы немножко глянцево смотрелось отражение. Это тоже очень красиво.
И иногда мастихин делает очень интересные такие моменты, когда даже с кисточкой не всегда получится. А именно вот мастихин очень такой, попробуйте привыкнуть к этому инструменту. И он иногда делает волшебные такие штрихи. Особенно при написании каких-то морских пейзажей очень часто используют художники мастихины. И уверяю вас, если вы привыкнете к этому инструменту, то вы будете очень часто им пользоваться, и практически в любой вашей работе будет этот инструмент звучать. Скажите, пожалуйста, вы используете рафинированное подсолнечное масло, и какова разница в высыхании по сравнению с хинильным маслом? Если писать многослойно, то маслом покрывать холст перед каждой пропиской? По поводу покрытия холста, я в самом начале сказал, что делать это не обязательно. Все зависит от материала, как прогрунтован холст, из чего изготовлен холст, насколько он впитывает в себя масло. Если он не впитывает, и вы видите, как в гуся вода, то обрабатывать холст не нужно маслом. Ну и писать, в принципе, на таком холсте, как с гуся вода, вы не сможете без разбавителя или растворителя специального. Поэтому те холсты, которыми я пользуюсь, они очень хорошо впитывают в себе масло. И для того, чтобы краска не жухла сразу, не сохла сразу, не впитывалась сразу в холст. И вот буквально на таких холстах можно, если чистой краской писать, через час будет вся работа сухая абсолютно. Потому что холсты очень сильно впитывают. Я беру эти холсты специально для того, чтобы можно было на них хорошо поработать. И краска не сразу жухла. Я его пропитываю первоначально маслом. Один раз, два раза иногда прохожу. Три раза прохожу. Так, чтобы он напитался. Но не был мокрым, так, чтобы на нем можно было работать. Иногда 10-15 минут нужно выдержать для того, чтобы покрыть второй слой маслица. И разницы, конечно, нет, чем вы работаете. Вы можете льняное брать, художественное, какое угодно. Там разница в цене, возможно, есть какая-то. Но если вы работаете с титановыми белилами, не все титановые белила вяжутся хорошо с льняным маслом. Здесь вот из личного опыта знаю. И на льняном масле, что я заметил, картины после высыхания, и даже если они долгое время стоят, они начинают выдавать такой рыбный запах, что мне не нравится, собственно. Подсолнечное масло, ничем, никакого запаха от него нет. Краска остается, в принципе, такой же блестящей, как мы ее сейчас видим. И после высыхания она остается такой же, то есть ее не нужно покрывать какими-то дополнительными лаками, что не всегда получается с подсолнечным, с льняным маслом. Именно подсолнечное масло, оно тоже вот такое некое. Многие же художники в начале 19 века во время войны писали именно на подсолнечном масле. И также подсолнечное масло пришло в Европу, и многие художники в Европе уже пользуются этим методом. Если писать многослойно, то масло открывать перед каждой пропиской? Нет, ну тут уже зависит все то, что вы делаете. Первоначальный слой вы должны, вот этот первый этап работы, на этом этапе мы можем в принципе уже остановиться. Для того, чтобы прописывать следующие и следующие участки, слои. А если, допустим, мы пишем какую-то волну, морской пейзаж, ну, невозможно будет остановиться на середине, где мы делаем прозрачность волны, где переход от более светлого к более темному. Также вот переход от светлого к темному на небе. Это затруднит, если вы остановитесь на этом моменте и не допишете полностью этюд, то, естественно, при высыхании будет очень сложно потом сделать плавный переход. Возможно, что нужно будет покрыть заново маслом и заново работать полностью по всему холсту. А обычно те работы, которые мы делаем на мастер-классах и вот сегодня, мы пишем полностью работу от начала до конца.
Здесь, конечно, нужно понимать, что на каком-то этапе мы можем остановиться. Допустим, мы написали дерево. И, допустим, мы сейчас не хотим листочки писать, а хотим их написать уже после высыхания. Возможно, что тоненькие веточки, какие-то блики, какие-то листочки. Даже будет очень красиво, если мы будем прописывать не сразу, а на второй, на третий день, на четвертый день, через неделю. А более точно, может быть, даже после высыхания можно положить руку, облокотиться, не пользоваться там специальными инструментами, а именно прописывая уже потом каждый листочек. Можно сидеть годами, потом писать полностью все листочки и делать до фотографического такого состояния доводить. Все тут зависит только от вас, как вы хотите это показать. А мы сегодня этим не занимаемся. Я вам показываю, какими методами, что можно сделать и как это сделать проще. Как сделать вот такой пейзажик. Я возьму сейчас такую вот мягкую синтетическую и мягко-синтетической кисточкой. Покажем горизонтали. На воде вот там есть блики, и эти блики, они должны звучать в воде, иначе не получится вот этих горизонтиков. Здесь мы можем набирать из одного состояния в другое, то есть где-то мы такой вот лодочкой, не полностью черточками, а лодочками вот такими, слегка я касаюсь, протягиваю и плавно отрываю. И вот делаем такие вот, загоняем, где-то набираем темного, где-то светлого. Светлое загоняем в темное загоняем в светлое. Можно, вытирая кисточку, неудобно сейчас стоит. Всем привет, Светлана. Можно прямо где-то с палитры набирать светленьких и забивать. И вот там по всем макушкам, по деревьям в отражении делаем вот такое напоминание горизонтали, что вода, она все-таки в горизонтали находится, не в вертикали. Все отражения по вертикали, а сама вода, она горизонтальная, поэтому... Ой, какой у нас гость пришел. Здравствуйте. Да, ты будешь нам петь песни? Да, ну спой, барон, давай. Давай. Ну попой, тебя послушают, какие ты песни поешь. Добрый вечер, Надежда. Делаем вот такие лодочки. Ну тут, в принципе, я прохожусь. Сейчас вот тянусь на левую сторону. Не так, чтобы она была сильно-сильно загнута, а легкий такой наклончик. Легкий, практически горизонтальный, но имеет некий такой, некий наклон. Некий такую дугу, как вот улыбочка. Опять же таки, не сильная улыбочка, а легкая, слегка нужно ее сделать. Вот, и с этой улыбочкой можно подойти. В принципе, мы можем где-то взять темненькие вот здесь макушки деревьев, уйти даже сюда вот вниз опуститься. В некоторых местах сделать здесь, показать вот как некий такой ветерок появился на воде. Где-то вот эта улыбочка, она более светлая, более темненькая тут. И обязательно нужно присмотреться, то есть вот не забивать полностью всю картину, а именно присмотреться, где мы можем эти бентилюшки показать. Так же, как и с деревом, вот если мы пишем листочки, тут нужно немножко их продумывать, на каком месте эти листочки попадут в картину, где-то они сбиваются в одну кучку, и вот в этой кучке, а где-то листочки
отрывается от веточек, и там даже не нужно где-то веточки прописывать. А вот таким методом также и листочки прописываются. Я вижу, вот в отражении я вижу, там есть у нас на задних участках, на заднем берегу, как я уже сказал, есть еще оранжевый цветик. Сейчас я сразу сделаю замес. Красный, желтый получаем такой некий оранжевый. Вот красный, желтый я смешиваю, получаем оранжевый цветик. Ну и вот там на заднем плане, в принципе, практически на середине работы есть участок, где находится, там, не знаю, полянка, наверное, находится, да? Эту полянку потом там перекрывает передние деревца. Вот что можно, в принципе, сейчас сюда занести, это вот этот цвет. Вот этот цветик. Дальше перекрыть деревом. И там же есть на заднем плане некие такие деревца. Вот здесь, например, дерево. Оно желтенькое. Оно уже, листочки у него пожелтели. Также вносим вот этот оранжевый цветик сначала. Более темный, может быть, чуть больше красного, чем желтого. После чего можно еще добавить еще каких-нибудь желтых оттенок. И получится вот это дерево. Также можно взять более жесткую кисть, либо, может быть, кисточка пошире. Я выберу сейчас, вот такую я возьму синтетику. Тихо у нас. Кто пришел? Надежда. Плавненько, вот плавно переходим к высветлению. Из более темных в светлые уходим, высветляем. Также в отражении. Вот все отражения, они должны соответствовать. И также соответствовать этому цветику. По отражению можно также чуточку пустить в темнее. Чем на поверхности. Вот где-то вот в этом участке я вижу такой некая вертикаль. Где-то там вот коричневый, возможно, коричневый еще смешать с красным, с добавлением белил. Также получится очень много различных оттенков. В частности, вот здесь на заднем плане еще запустить светлых. Где-то можно чуточку добавить белильц. И что тоже получится такие интересные, дополнительный цвет еще получается. То есть не чисто оранжевым работаем, а уже где-то вот немножко можно добавлять, вмешивать. Чем больше мы будем разных оттенков вмешивать, тем больше у нас будет получаться, тем сложнее будет получаться картина и появляться разнообразие краски. И вот этим самым разнообразием мы уже начинаем выписывать. Для тех, кто только что пришел, напоминаю, что это тестовый вариант таких вещаний. А мы сейчас пока решается только вопрос. Вот прошлый мой мастер-класс прошел примерно в таком же вещании.
где художники работают бесплатно. То есть мы оставляем вебинар, оставляем его в прямом эфире бесплатно. Вы можете в любое время заходить смотреть его. Но тут все будет зависеть, опять же таки, от вас, насколько будет смысл у художника делать такие мастер-классы. И в новой студии мы сделали, сейчас он называется такой донат. Если вы будете помогать художникам небольшой суммой, там сумма от 30 рублей, под каждым видео есть ссылка, первая ссылка на YouTube, а на страницу у нас прямо под видео выбрать сумму там от 30 рублей. И если будут неким образом хотя бы оплачен материал, то мы останемся в этом формате, и все художники, может, возможно, перейдут на такой формат вещания, где для вас будут оставаться уроки полностью открытыми, так, чтобы художник имел какой-то стимул к этому. Я не думаю, что очень сложно будет помогать хотя бы небольшой суммой. Ну а в следующем месяце мы уже решим полностью переходить на эту трансляцию, либо мы вернемся тогда, опять же таки, в платный вариант, где наши мастер-классы будут закрываться. И все зависит от вас, друзья. А в этой студии, в новой студии мы вещаем уже, качество трансляции идет в 1080 пиксель. Качество намного улучшено, чем 720 пиксель было. И в этой студии еще есть такой небольшой сюрприз: как только поступает какое-то денежное сообщение, для вас танцует зайчик. Можете попробовать. Нам тоже интересно. Ну да, мы сделали, но еще не смотрели, как это выглядит. Вот здесь прям под чатом должен станцевать зайчонок. Так, по отражениям. Загоняю сразу. Разные отражения делаем. У нас вообще вещание идет? Ну да. Не так, чтобы я рассказывал вам, а меня нет в эфире. Напишите, друзья, кто откуда пришел. Давайте пообщаемся. Мне тоже интересно, кто сегодня присутствует на моем выступлении. Так вот, мы приглашение я не делал. Чуть-чуть мы там, я попросил, чтобы ребята, программисты, такие небольшие рассылочки сделали. Но мне сообщили, что не все рассылки прошли. И поэтому тестовое вещание проходит только для тех, кто сегодня присутствует. И подготавливаем. Вот сейчас такая легкая подготовочка, пока нет никаких стволов. Дальше мы можем еще и с водой дополнительно поработать. Ну и вот тут, что мы должны самое главное учитывать, отражение в воде. Обычно мы замеряем, например, вот если дерево растет от воды, если не от воды, а где-то наверху оно растет, то и, соответственно, отражение должно примерно соответствовать. А если от воды, то мы заверяем от воды расстояние, и расстояние выкладывается в все отражение в воде.
делается именно по тому размеру, который мы замеряем. Две девочки из Анапы, Алма-Ата. Привет, Алма-Ата. И Анапы, привет. Далее, вот этот же темный цветик, темный-темный, притемный, больше, наверное, красного, чем синего. Зеленый я практически сюда не добавляю, точнее, желтый не добавляю. Вот первый зайчик выскочил. Что там у нас? Эфира. Спасибо. Так. На 10% я уже практически окупил. Гульфира помогла мне окупить материал сегодняшний. На процветание это замечательный проект. Спасибо большое. Израиль с нами, Москва. О, Питер, Питер, мой родной город. Привет Питеру. Как погода у вас там, кстати, сейчас? У нас было жарко-жарко, под 30, и потом резко холодно, и сейчас вот сегодня опять жарко. А в Австрии даже выпал снег. Так. Ну, все это дальше можно будет. Таллин, Эстония. Ага. Вижу, Валентина. Таллин, Эстония. Израиль вижу. Ольга у нас из Израиля. Вот сейчас чат работает. Видно сразу его и в видео. Не знаю, как этот формат, в принципе, я думаю, что у меня был раньше формат полностью захватывала камера, а сейчас вот частично мы показываем еще дополнительно саму картинку. Челябинск. Привет, Челябинск. Так, пожестче немножко. Можно взять кисть и уже наметить, где будет на самом деле. А, сейчас посмотрим, еще не появилась. Татьяна, спасибо за ваш МК. Сейчас он должен здесь появиться, там задержка идет. Я пока здесь, на этом экране, не вижу. А вот появилась Татьяна. Спасибо, Татьяна. Видите, тепло, временами дождь. Так, отступаем. Отступаем. Вот здесь я отступаю и... Сейчас березки. Березка, она не строго, вот как палка, ровная. Одна березка, один ствол у березки, и вот идет такая развилочка. Ну и плюс-минус, конечно же, разницы нет. Если мы, например, уйдем чуть правее, чуть левее, ничего страшного нет. Здесь вот у нас есть первый, который ствол верхний. Ага, зайчик начал плясать. Ольга Найденкова. Спасибо, Ольга. Вот первый ствол. Примерно отступаем. Если вы ушли вправо, либо влево немножко, ничего страшного нет. Этот ствол идет где-то примерно до середины картины ровно. Ольга, вижу, перевела 50 рублей. И левый ствол, он немножко также в середину уходит, но немножко левее он находится. То есть вот сюда он уходит. Ну и здесь ствол соединяется, и естественно он чуть-чуть шире становится. И этот ствол имеет также некий наклон. Он неровно уходит по вертикали вниз, а именно имеет вот такой... некий наклон, и может быть даже вот такую сделать еще,
еще сделать такую некую дугу. Татьяна Минакова пишет, что тренировала зайчик, танцевал буги-вуги. Так, вот здесь, почему жесткая кисть? Во-первых, выцарапывается краска. Во-вторых, я ее сейчас в холст вгоняю. То есть вот прям работаю против шерсти, можно как угодно. Самое главное загнать темный цвет. Сейчас вот тот цвет, который уже лежит, который есть на подложке, он, конечно же, первоначальная краска, она мешается. Ну и для того, чтобы ее можно вытереть какой-то, может быть, тряпочкой, может быть, еще какому-то методу, метод попробовать. Я же делаю это кисточкой. Во-первых, если против шерсти, например, ввожу, то краска удаляется, и вот она начинает немножко притемняться, затемняться. Я набираю еще. И также вот, может быть, даже некоторые сотню раз нужно пройти. Людмила, благодарю за прекрасный голос. Спасибо, Людмила. А видите, как не так же много это, в принципе, там что получается? По 30 рублей, если это не накладно вам будет, а с миру по нитке у художника появляется стимул. Ого, 200 даже, Людмила, спасибо. Тем более есть еще некие такие замыслы устанавливать вторую камеру, чтобы вторая камера смотрела на палитру, чтобы было видно и палитру сразу. Все, конечно, возможно сделать, но мы делаем все это постепенно. Если кто-то участвует в нашем проекте уже несколько лет, мы на проекте, многие из вас знают, что наши первые выступления были отвратительными, особенно мои, отвратительное качество. И вот каждый раз мы что-то вносим новое, и сам сайт усовершенствуем, и у нас и сайт тормозил, страница по самого начала пришлось потом добавлять. Сейчас мы взяли 8 процессоров у наших, как они называются-то, по-немецки знаю, по-русски забыл, провайдеров. Вот, навязывается сейчас в холст. Кто уже видел, как мы пишем березки, а сделать их очень легко, на самом деле, зная некие такие навыки. Вот, может быть, чуть-чуть еще красненького. Вот красненький он сразу заставляет тут же темнеть. Ну и березки, они вообще любят такой некий красноватую подложку. Здесь на картинке она, в принципе, такая вот уже подложка, как и уже есть. Почему река по горизонтали? Нет, на самом деле здесь не по горизонту, здесь есть завал. А так как камера находится, сейчас я посмотрю, как это выглядит на... А, да. Камера находится чуточку слева. Я не могу сейчас встать именно так, поставить камеру, чтобы вы видели ее прямо, потому что она мне будет, во-первых, мешать, а во-вторых, я не смогу работать. Но... Если мы делаем замер, то здесь, естественно, видно, что ниже находится. То есть, на самом деле, если даже я не так сильно в горизонт ушел, сильно ушел в горизонт, опустить немножко нужно переднюю часть. А задняя часть, она уходит туда дальше, водичка, и там можно еще даже будет засветлить, то есть высветлить еще немножко туда вот приподнять водичку. Так, что у нас там пропустил? Да. Светлана, спасибо. Вот мы скоро уже наберем материал вместе с вами.
А, не буду я сейчас речкой, все, с речкой можем еще поработать. Замечание справедливое. Вот. И мне, конечно, очень приятно, что вы мне помогаете, потому что на самом деле проводить, все время рассказываю, проводить такие выступления очень тяжело, потому что, ну, во-первых, много болтать нужно, постоянно о чем-то рассказывать. А это очень легко дается женщинам, я уже рассказывал, почему. У женщин по-другому немножко работает. И созданы женщины чуточку по-другому, не как мужчины, поэтому женщина может делать несколько вещей одновременно. Она может гладить белье, смотреть телевизор, сериал какой-то, разговаривать одновременно по телефону, ругаться с мужем, ну и все что угодно. А я, например, по себе знаю, если я смотрю какой-то фильм, интересное кино, то я уже никого не слышу. И женщина легко может со мной поругаться без моего ответа. И после того, как я уже посмотрю фильм, когда женщина обижается, мужчина не понимает, а что произошло-то, собственно. Вроде ничего не было. Оказывается, было. Аним. 100 рублей, спасибо. Так, дальше проще. Дальше мы наводим вот такой. Ну, я вижу, здесь можно коричневый с красным взять. Можно в синевую уйти. Кому как понравится. Здесь бы я возьму, наверное, все-таки умбру. Умбру немножко смешаю. Чуточку надо добавить туда красненького. Красненький, умбра. Сейчас я попробую, что получится. Мне неудобно так держать. Вот. Чуточку красненького, чуточку умбры. Получается такой, как напоминающий Марс. Марс коричневый. Да? Сюда же мы... Ну, можно прям в белило их. Вот сюда. Смешать с белилами. И получится такой вот нечисто такой, на сиену, кстати, похоже, коричневый, нечисто белый цвет, а получится вот такой вот немножко с красниночкой, с краснотой. Что делаем? Набираю на край мастихина. Ну и тут нужно понимать, что свет падает все-таки с левой стороны. А нам нужно весь ствол покрыть. И ствол покрывается, причем не по горизонту, не строго линией, а делается некий такой вот подъем, как вот мы наблюдаем, что здесь вот такой дугой. Та же самая улыбка, только наоборот немножко. И вот прикладывая к краю березки и протягивая, вот так вот процарапывая, протягивая, протаскивая, немножко наклоняя, так чтобы красочка выдавливалась из-под мастихина, прислонился, наклоняю и процарапываю, дотаскиваю до краю, отпускаю. Таким же методом всю березку делаем. Здесь вот полностью закрывается она. А дальше нужно будет все темные места выцарапать и повытаскивать. Людмила, 100 рублей. Спасибо, Людмила. Вот неудобно. Мастихин упирается как раз. Я не дотянул немножко. Ну и вот этот стволик. Вот так работает у нас сейчас новая студия.
Напишите, как вам она, нравится ли вам. Напишите, как она вам нравится. Напишите, как вам зайчик нравится. Я вот тут вот по-английски нам пишут. Все здорово. Выцарапываем. Вот то, что мы видим, пока без веточек. Просто я беру мастихин. Может быть, поменьше. Удобнее будет. И вытаскиваю ту подложку, которая была задана. Делать это нужно не так, чтобы получилось как в шахматах, не в шахматном порядке, а именно как получится. То есть у нас есть разные расстояния. Наташечка, спасибо. Наташа Сазонова. Спасибо, Наталья. У нас есть разные расстояния, у нас есть... Пока у нас нет света тени на стволе, но вот эту подложечку нужно повытаскивать. И еще в самом конце с этой подложкой нужно будет поработать и затемнить ее. То есть, как только у нас появится свет тени, еще световые нужно показать. Ну и вот тут вот внизу, например, с самого низа, березка любит вот такие вот напоминание. То есть здесь можно сверху вниз повытаскивать, позагонять, ну и получить некий такой вот намек на кору. Кора очень легко получается, очень живой, пишется также вот таким методом. Справляется, в принципе, каждый новичок справляется. Ну, как только еще более уточнить, если как только мы уточним больше, будет березка смотреться будет очень живо. Не забываем про теневую, не забываем свет, тень. Все должно работать в картине одновременно. Ну, сейчас я покажу вам. Вот здесь берем, опять же таки, тоненькую кисточку, берем смешанную уже синий-красный, вот здесь вот синий-красный намешанный цветик. Больше можно в синенький уйти, чем в красный. И поусиливать. Обязательно нужно усилить вот эти места, где мы процарапываем. Так, чтобы получилось... На самом деле вот такая кора. А в самом конце уже в дописке можно будет еще совсем тоненькой кисточки там и точечки где-то понаставлять, что тоже будет очень очень замечательно смотреться. Ну, вот усилим, пока без света. Сейчас еще свет положим. Березка совсем заиграет. Будет очень симпатичная. Периодически я вытираю кисть. Правую часть у березки можно, в принципе, сразу вытемнить. То есть вот тут есть два варианта. С одной стороны мы можем наносить свет, а с другой стороны теневую. Ну, все это делается с помощью мастихина очень легко. Чуточку я добавляю. Сейчас нам понадобится желтый, чистый желтенький и немножко белилец. Желтенький, желтый белила. Немножко добавляем желтый белила. Не так, чтобы это было прям белила-белила, а белила со светом. Добавляем светик. Вот то, что я говорил, белила уходит 2-3 раза больше. Все время приходится их выдавливать на палитру. Немножко я беру белильц. Желтенький цветик. Но желтый надо здесь, конечно же, ограничить небольшим количеством желтого.
там же он может, в принципе, там же может находиться еще немножко краснота. Вот здесь хочу я по самому краю, то, что видно на картинке, и также по самому краю дерева там есть свет. Ну, вот брать нужно такую синтетическую кисточку для того, чтобы можно было этот светик выложить. Либо мастихином работать, потому что с кисти не всегда по либо жирным слоем нужно выкладывать краску пастозно. А так как не всегда, вот здесь видите на кисточке сколько много, можно прокручивать вот так кисть и стягивать краску. И тем самым, чтобы вот этот светик, он в некоторых местах бликовал и попадал на кору. Ну, или второй способ, это, конечно, мастихин. Сейчас более удобный способ, потому что здесь краска сейчас не лежит пастозно и очень много. И вот что делает мастихин. Мастихин, он тут же, во-первых, я не давлю на мастихин, а вот так слегка ее вытаскиваю. И мастихин, он делает кору дерева, он ее не портит. Можно вернуться. И можно также еще подобавлять что-то сюда. Во-первых, он мастихин не портит, во-вторых, выкладывается поверх уже густой краски очень легко. Так, чтобы не нарушить вот здесь. Можно, в принципе, здесь по всему дереву поработать светом с левой стороны. И вот как самолетик, не давя, а именно вот таким плавным поверхностным так вот проходить по красочке, она остается на... Остается структура дерева, остается кора. И почему удобно мастихином работать? Потому что мы первоначальный слой, мы его сверху как маслицем накладываем на первоначальный. Первоначальный он не сбивается. Спасибо, Ирина. На благо проекта. Дальше, конечно же, это веточки. Вот все, что будет интересно, связано с веточками. Перед тем, как мы напишем листики, сейчас сделаем, сначала мы сделаем веточки, а потом... Ну и тут вот между... В принципе, конечно же, можно еще добавить серединку. Серединку можно либо фиолетовую пустить, либо где-то синеву. Синева... Вот этот голубенький цветик, он тоже там присутствует в коре. И его нужно подобавлять. Где-то, может быть, вот ближе к свету. И практически доходя до середины. Такие вот некие блички. Там же может и красный быть. А вообще осень, она такая разнообразная, поэтому... Особо, конечно же, ошибки здесь мало сделаешь ошибок, потому что можно написать все, что угодно. Ну и усилить, естественно, вот здесь не усилено. Еще нужно усилить обязательно. Кора, она любит такое. Особенно снизу, у березки кора, она всегда такая темная. И вот такими сверху вниз я вижу, наблюдая. Где-то можно процарапывать, и где-то можно еще вот эти царапинки положить вот эти вот темности. Также вот здесь на центре. Все это можно уже в дописку потом уходить. Сейчас особо пока не вдаваться. А в завершении уже можно дописывать и придумывать что-то свое, может быть, и где-то все больше и больше прописывать картину, и будет получаться такое вот
живое дерево, живая березка. Также светик вот я там вижу на еще немножко белил желтенького. Чуточку совсем желтого. Не так, чтобы зажелтить, а так, чтобы был просто такой некий светик. И я вижу этот светик на правом стволе вот здесь. Его тоже нужно показать. Что он выходит. Ну а дальше здесь, конечно же, не обязательно делать такую вот прям копию-копию. Так, чтобы все примерно. Что хочется? Хочется веточки. Для веточек лучше брать постепенно. Не сразу тоненькую, это уже в самом конце. А обычно мы берем синтетику. Синтетика она получше, чем жесткая. И веточки, они практически там чуть ли не черного такого цвета, хотя у березки есть такие коричневые, также любят и коричневые оттенки. Ну и что? Будем пробовать. Вот та веточка, давайте справа начнем. Вот где-то примерно берем, и кисть лежит практически на плоско вот так к холсту, не вот так, а лежит. И кисточку я протягиваю, то есть перед тем, как вытащить краску с кисточки, ее нужно таким вот неким вращательным движением кисти вытаскиваем краску. Я взял хоть и синтетика, но она уже боевая и слишком жесткая. Возможно, что нужно чуточку помягче. Красочка должна быть здесь не такой густой, жиденькой. Очень легко протягивать жиденькую красочку. Именно не густую, а жидкую. Ну и в самом конце, может быть, такие вот такой вот длинной кисточкой можно поработать, уже повытаскивать какие-то самые-самые тоненькие. Взять вот немножко маслица в эту же красочку добавить. Так, чтобы она была немножко жиденькой. Не текущей, а подходящей. Тут вы должны попробовать. Чем удобны такие палитры, в том плане, что вы можете попробовать всегда на палитре сначала протянуть, посмотреть, как хорошо ли тянется краска. И после чего уже запускать ее на чистовик. Сначала на черновике пробуем, а потом запускаем на чистовик. Ну вот есть такая у меня, у кого-то может быть не такая длинная, покороче. Длинный лайнером очень удобно работать именно с тоненькими веточками, где их можно, во-первых, их можно тысячи повытаскивать. Этих, при наборе краски я также вращаю кисточку, и после чего вытаскиваем их, прокручивая также на холсте, краска стягивается. Очень удобная кисть, вот такая длинная, причем покупать их можно у девчат, которые занимаются ногтевым бизнесом. У кого покупать, а у кого и тырить. Почему тырить? Потому что ты мне ее стырил. Ну да, я-то стырил у тебя, да. Вот Татьяна сразу напряглась. Да. Сразу все секреты выдает. Да, я вот у девчат тырю такие кисточки. А что? Пришел, увидел, а тут такое добро пропадает. Надо же им как-то это воспользоваться. Вот, они, я не про это хотел сказать, а хотел сказать, что на самом деле эти кисти, они стоят в разы дешевле, чем в художественных магазинах. Копейки.
копейки стоят. А если их покупать еще где-то в Китае, то... На Алиэкспресс вообще. Алиэкспресс, да. Там очень все такое... Очень дешево будет именно по таким. Ну и вот, тянем. Ветки, они не бывают одинаковыми. Как получится, то есть где-то мы чуточку нажимаем. И в конце, уже в самом конце, мы таким вот самолетиком, плавно-плавно отрываясь от холстика, делаем вот такие напоминания на веточке. Из веточки может выходить еще одна веточка. То есть здесь можно на самом деле прописывать их, писать, как я уже сказал, до самого фотографического такого состояния. Причем от этой березки уходят ветки. Я смотрю дальше, чем середина картины. То есть середина картины здесь, вот они уходят дальше. Практически соприкасаются с теми ветками, которые находятся на левом плане у кустарника. Ну все, ее нужно немножко разнообразить, так чтобы она не была скучной. Вот. И добавив уже в эту веточку, мы добавим потом листочки. Вот, и получится у нас такая нехитрая. Вот Татьяна Минакова пишет, я в магазине таких кистей не видела. Они даже если будут, то дорого. Ну, поэтому я вам говорю, вот зайдите в салон к девчатам, кто ногтевики, вот кто маникюром занимается. В России специализированные магазины есть по этим делам. Да, это вы просто не, может быть, не сталкивались ни разу с этим. Вот кисти, например, те же самые художественные кисти, они, строительная кисть ничем не хуже. В принципе, бывает хорошо проклеенная. И очень хорошие кисти. Это мы просто думаем, что на самом деле нужно именно все художественное покупать. Ну, это все... Уловки продавцов. Все это уловки, да. Сейчас меня, если моя фирма слышит, заклюют, потом меня скажут, ты чё? Мы тут продаем, а ты... Они по-русски не понимают. Рекламируешь. Ну, есть же там русские тоже работают. Так. Все еще перебьется и забьется листочками. Это тоже нужно понимать. Вот. Ну и как я уже сказал, тут можно еще повозиться с березкой будет. Больше каких-то интересных моментиков, точечек разных, разноплановых таких. Вот. Как вам понравится? Вот самое главное понимать, как легко можно прописать. Вот с этой задачей справляется практически каждый новичок. Мы уже пробовали, и уверяю вас, это не так сложно, чем просто кистью прописать березу. Если у вас нет мастихина, можете пользоваться какими-нибудь карточками ненужными. Пластиковыми картами, что тоже возможно. Можно, я уже пробовал разную технику, разными способами, но лучше, конечно, это делает мастихин, чем человек не знающий. Чтобы написать такую березку, некоторые даже не понимают, как можно написать березу в таком плане, чтобы кора напоминала прямо вот такую. А я стою близко, нахожусь, и на самом деле кора выглядит такой вот настоящей. Во-первых, это объемно и смотрится как по-настоящему. Так, переходим дальше. Здесь есть еще один кустик. К травке мы еще не пришли. Почему я здесь затемнил
все это место для того, чтобы здесь можно было, как я уже сказал, развести костер. А вот на заднем плане, здесь на заднем плане возле речки я также наблюдаю, есть сухая трава, такая вот в оранжевом, таком красно-оранжевом цветике. Ну и вот можно ее повтыкать туда, побивать. А как такой кисточкой, так в принципе мы можем и взять любую другую коротенькую. Вот коротенькой тоже можно тот же самый эффект получить. Если у вас нет, на данный момент нет такой тоненькой длинной кисточкой. В принципе, то же самое, жиденькая красочка. Ничем не отличается. Вот набираем очень-очень так тоненько, прокручивая кисточку, вот, прикасаясь. И поехали. То есть на самом деле можно работать разными кистями в этом плане. Не обязательно. Тоненькая, очень легко прописывается травка. Сейчас я немножко добавлю здесь желтенькой, потому что больше красной. Еще раз покажу мою палитру. Желтая, вот здесь вот красная. Ну и получается вот такая разнообразная кашица вот из этой массы. Она имеет такой некий красно-оранжевый, где-то больше в оранжевый можно уйти, где-то может больше в желтый, точнее в желтый, где-то в красный. И вот тут на заднем плане, где попадает светик, можно просто вот так пробить, тоже неоднократно показывал, с помощью пробивания получается такая некий намек на травку. Можно такими касаниями, можно это сделать с помощью мастихина, тоже один из вариантов. И мастихином, вот так же пробивая мастихином, получается тот же самый эффект в принципе. Также свет есть у нас падающий из-под дерева, вот туда выходящий. Здесь главное не забить всю темноту. Темнота должна играть нам на руку. Она должна быть. Ну и если, допустим, мы это делаем длинной кисточкой. В прошлый раз я не успел вам показать, а в этот раз как раз таки у меня получится вам показать. Делаем жиденькую красочку. Сейчас я разбавлю такой вот чуть больше желтый, чем синий. И получаем такую зеленоватую красочку. Больше масла. Сейчас я покажу также, как на палитре. Вот здесь я замешал ее. Вот здесь прям посередине. У меня такая, там где-то желтый больше играет, где-то больше синий. И вот такой красочкой можно, вот там я не знаю, что это за трава, похоже, это какие-то сухие кусты или что-то. Если вам понравится, вы можете делать вот типа осоки. Вот трава, она называется здесь, вот как камыш может расти. И очень очень такая симпатичная, если вот ее вот такой вот длинной, прикасаясь, навязывая вот так на водичку, может быть, напоминает очень, очень хорошо и быстро прописывается травка. То есть вот в этом плане нужно взять такую жиденькую красочку, то, что я сейчас намешал там с маслицем, и вот так на всю-всю-всю, на весь бережок. Вот туда, особенно на дальний. Не будем там ничего такого. Где-то вот она выше поднимается, где-то ниже травка. Не буду я пробивать и забивать какой-то такой сухой растительностью то, что я наблюдаю на фотографии, а именно вот сделать такие вот травушки. Будет очень симпатично смотреться, так как вот эта трава, она все-таки ближе к речке, и мы должны из фотографии взять только саму суть,
Художник может добавить все, что угодно. Вот нравится нам, например, вот такой вариант. Камышовый. Берем камыш, нравится вот осока. Берем, пишем осоку. И вот эта кисть, она делает тоже волшебные вещи, то есть особенно новичку очень легко с ней работать. А здесь вот на самом деле очень быстро это все делается. Быстрые движения, быстрые вот такие. Где-то вот есть трава любит вот такие скосики, там какие-то что-то такое вот напоминающее, не знаю, листочки, может быть, напоминающие еще вот так. Ну, все что угодно. Вот здесь не придраться будет, на самом деле, к художнику. Здесь можно повыдумывать массу разных, поразвлекаться с этой травой. И будет очень интересно, кстати. Спасибо, Светлана. Спасибо за ваш труд для нас, новичков. С удовольствием всегда смотрю ваши МК. Пока больше смотрю. Еще побавюсь подойти к холсту. Ну, вот тут надо уже пробовать. Не так сложно, я думаю, вот эти картинки, то, что мы делаем, они не такие тяжелые, они специально рассчитаны на для начинающих, для новичков, для имеющих некий такой уже опыт, может быть, художников, для тренировок. А если вы возьмете на вооружение именно такой метод и будете пробовать, нужно пробовать. Вот здесь вот ждать, конечно же, не стоит, а пробовать нужно. И как только вы начнете это делать, может быть, не первая работа, может быть, с десяток работ вам придется попробовать. Но именно прописывая, если вы начинаете, например, с морских пейзажей и хотите научиться морским пейзажам, 10, 15, может быть, 20 работ, с 20 обязательно начнет что-то получаться. У кого-то я видел уже и из опыта знаю, что из моих учеников уже на третьей работе начинает получаться. То есть берите и пробивайте какую-нибудь тему для себя. Это возможно, что это будет пейзажная. Пейзажная живопись, она самая простая, самая легкая для начинающих. И лучше, и это мой совет, начинать с пейзажной живописи, если вы пишете и учитесь морские пейзажи. Не отвлекайтесь на какие-то лесные пейзажи, делайте морские пейзажи, пока у вас не начнет получаться это на самом деле. После того, как вы научитесь писать воду, или, допустим, вы пишете вот типа таких пейзажей делаете, значит, мы учимся сначала писать, прописывать сначала лес, потом воду, небо. И вот три правила. Научившись прописывать небо, пишем, учимся писать воду, отражение неба. И после того, как мы научились, еще какую-то зелень дополнительно. Вот люди, которые приезжают на уроки, на мастер-классы к художникам, учатся намного быстрее, потому что там можно, художник всегда поправляет, можно попробовать. И в этом плане человек начинает очень быстро стартовать в живописи. А если вы учитесь по интернету, не у каждого есть возможность оплачивать и потом ездить куда-то, может быть, далеко, то все возможно, обучение и по интернету. Я также многих знаю, которые обучаются по интернету. И довольно-таки неплохие уже работы у учеников. Это тоже все возможно. Пробуйте. Вот всегда говорю, никто из нас не рождается с кистью в руках, с красками в руках, как угодно. Всему можно научиться и всех можно научить. И люди, которые говорят, я не умею рисовать, вот приходят на мастер, я не умею. Наспор. Вот я даже не прикасаюсь к холсту, то есть человек ведет только свою кисть. Единственное, что я его поправляю, вот здесь надо так сделать, а здесь так. И человек уходит довольный, потому что все получилось в конце концов. В конце дня выхлоп на 99%.
Человек понимает, как это делать. Нужно знать технику. Не знающий технику обычно делает ошибки. Значит, новичок, художник, как угодно. А уже прибегая к той или иной технике, уже зная, как это происходит, что мы делаем на холсте, как мы его подготавливаем от начала до конца, как мы прописываем, у человека начинает получаться. И это из 199,99% у И все равно всех. уходят и говорят, это не я нарисовала. До Ну, последнего не до последнего не верят, потому что, ну, не верят просто-напросто. Потому что, ну, как так? Я же не умею рисовать. Вот говорят, я не умею. А потом уходят и говорят, ну, как так? Все же получилось, все же. Но это да, это когда работаешь с художником. То есть здесь, конечно же, нужно определенное время для того, чтобы понять всю эту структуру, систему. После того, как вся система уже разобрана, и мы уже все поняли, как это делается, приступаем к домашним работам. Вот там как раз-таки человек начинает думать самостоятельно. И пока новичок, естественно, новичок ничего не видит. Ни свет, ни отражение, ничего. Все это приходит со временем, с опытом. И уверяю вас, если вы занимаетесь живописью серьезно и хотите серьезно научиться писать, делать хорошие, серьезные работы, а не с первой задачей справляются сами с самого начала люди, но по мере проб, по мере написания нескольких работ на одну и ту же тему, допустим, человек начинает понимать, как и откуда происходит картина, и почему она рождается. И начинает человек уже видеть, и видеть не только фотографии, но и видеть, почему говорят художник, некоторые говорят даже больной человек, потому что смотрит на мир другими глазами. На самом деле художник смотрит на мир другими глазами, потому что мы постоянно наблюдаем. Можно смотреть часами на воду, а иногда человек выходит, вот человек, который не пишет, картины не рисует, выходит на улицу, ну, вышел, небо и небо. А художник выходит и видит облака, видит структуру облаков, видит цвет, видит все и начинает наблюдать. Даже люди, которые несколько раз приходили на мои мастер-классы, они говорят, Александр, у меня изменилось вообще мировоззрение. То есть я смотрю сейчас на мир другими глазами. Ну, вот на самом деле так происходит, потому что человек, те люди, которые пишут картины, они начинают наблюдать за миром. Так, что там у нас? Алекс, спасибо. Может, пропустил, Светлана, я уже говорил, напомню, но еще раз спасибо, Светлана. Ну, все здорово. Вопрос. Такую траву можно писать тоненькой кисточкой для акварели? Спасибо. Да, конечно, конечно, жиденькой красочкой. А те кисти, которые вам говорят, вот это кисть для акварели, это кисть для масла. Здесь вот по большому счету, если мы работаем масляными красками на растворительном, вот еще один плюс. Разбавитель, растворитель. Что он делает с кистью? Они же имеют такую вот некую проклейку там, да, и ворс начинает вылезать со временем. Из-за того, что разбавитель, растворитель, он растворяет клей, клеевую основу, и в итоге мы выкидываем кисть, потому что она приходится нам уже потом непригодна становится. А плюс в том, что мы пишем на подсолнечном масле, ничего страшного не происходит. Причем не только с кистями, но и с нами самими. То есть здесь мы сохраняем наше здоровье, во-первых. Мы не дышим химией. Нет запахов никаких. Вот я пишу дома сейчас, и абсолютно никакого запаха нет. Пахнет семечками, может быть.
Это все плюсы. Кисти можно использовать любые потом, как на кисти на основу красок для акварели, так и масляные. Вот здесь вот большое скопление листвы на левом плане. И как я уже сказал, здесь я просто пробиваю листочки, вот такие они. Березка она иногда любит такие вот висячие листочки. Здесь нет сейчас, не создаем настроение ветра, как вот в прошлой, позапрошлой картине я показывал, как создать настроение ветра. Ну и пока я пользуюсь только одной красочкой, вот такой кистью широкой. Боком я его поворачиваю, эту кисточку, и просто мы делаем забивку. Опять же таки здесь должно получиться так, чтобы не было все на одинаковом расстоянии. То есть здесь обязательно нужно учитывать, что наши листики, они могут сбиваться в кучку где-то, а где-то отставать просто от веточки. Где-то вот такие вот отдельные листочки. Не нужно каждому листочку там прописывать что-то. Вот. Ну и забиваем пока одним цветом. Потом мы переходим на вторичные, троичные цвета. То есть не сразу тыкаем в разные цвета краски, а пишем постепенно. В принципе, всю картину можно писать постепенно, не разбегаясь, не плотно разбегаясь по разным цветам. Ну и вот тут вот некоторые где-то вот просто коснуться, вот такую точечку поставить, а где-то чуть-чуть ее можно протянуть. Я после вашего урока вдруг увидела, что от березы не черные полосы, а черные треугольнички от веток. Ходишь, ходишь и ничего не замечаешь. Спасибо вам. Ну вот, видите, начинаете уже наблюдать. Татьяна пишет. Это уже говорит о том, что вы начинаете наблюдать и смотреть на мир глазами художника. Так, собачка у нас тут опять хрюкает. Ксерта. Вот смотрите, как темные листочки могут, например, созвучно вписываться в задний план. То есть они на подряд темнее. Если бы было одного цвета, тогда бы мы забили просто одним цветом, была бы каша. Тут нужно учитывать, где-то более светлый взять потом, и где-то более темным заступить. Вообще живопись, она всегда так и пишется. Более темные на светлом и более светлые на темном прописывается. Также трава пишется. Если это поле, то нужно писать его также по мере возможности прописывать рядами, так чтобы эти ряды звучали, переходя из светлого тона в темный. Сейчас какой цвет листьев? Сейчас я беру вот этот намешанный уже желтый, больше желтого я намешал, чем синего. И он получился такой вот зеленоватый. А зеленые краски практически мы не пользуемся, разве если что, я уже сказал, если мы пользуемся какой-то серьезной работой, делаем, там нужны нам чистые цвета из тюбика. А тогда в этом плане может быть да. А на самом деле мы не пользуемся зелеными цветами, мы его получаем, этот цвет, из разбавления желтого с синим. Плюс добавляем туда красный где-то. А где-то мы добавляем белил еще в этот же оттенок, где с красным был. А где-то без красного. Больше уходим в синий, больше уходим в красненький, больше уходим в желтенький, больше уходим в белила, где-то коричневый чуть-чуть добавили. И у вас получилось, ну не знаю, ну может быть 20 разных, а может быть и больше даже, разных оттенок краски.
Ну, спрашивается, зачем новичку брать еще дополнительно какие-то зеленые оттенки, чтобы потом вовсе запутаться и не понимать, что к чему. Ну, поэтому и заставляем, и делаем, и на уроках, и в школе моей, и вообще художники заставляют делать именно начинать со скупого набора масляных красок, для того, чтобы новичок начинал разбираться. Многие пишут мне, как получить добиться того или того цвета. А вот масса же уроков и в самом интернете есть, показывают, что с чем. Но вот вы должны сами попробовать. Пока вы этого не коснетесь, бесполезно вам рассказывать будет о том, как смешать, чтобы получить тот или иной цвет, потому что вы не делаете это сами. А человек, который начинает смешивать краску и пробовать со скупого набора, начинает методом тыка понимать, что действительно достаточно трех цветов для начала, трех основных цветов, чтобы получить вот такое разнообразие. Вот сейчас я забил, Доброй забил, ночи, забил. спасибо за МК. Очень красиво. Казахстан, у нас ночь. В записи будет МК? Да, запись у нас все остается. Можете ложиться спать. Елена пишет. И завтра по этой же ссылочке на нашем канале, может быть, даже еще в лучшем качестве, потому что будет обработано еще студией дополнительно. И этот же мастер-класс также вы увидите. Ну и вот желтенький цветик. Желтенький где-то вот добавляет чуточку, можно добавить красненького, чуточку беленького. И опять же таки мы получаем опять же таки сотню разных оттеночек. Кисть вытираем. И вот то, что я в самом начале вам сказал, что с листочками, особенно со светлыми листочками, в завершении можно работать уже на следующий день. В принципе, будет удобнее, потому что сейчас красочка она вяжется, и вот таким методом не всегда хорошо укладывается, потому что первоначальный слой он еще вязкий, а хочется вытащить где-то на листочек, хочется вытащить какой-то светик, и порой вот так вот он не хочет сразу укладываться. Здесь, конечно же, есть некая такая трудность. И к этой трудности нужно либо привыкнуть, как с ней работать, либо уже остановиться на этом, вот забить первый, например, а на следующий день, через день уже протягивать другие листочки, так, чтобы первая краска не мешала, первоначальный слой не мешал вторичному слою. Вот, но мы попробуем по возможности, попробуя ближе к завершению, точнее, практически к завершению прийти на сегодняшней работе. Ну и сделаем это, так как есть некий такой опыт. Может быть, прокручивая и протягивая чуточку, так, чтобы краска она слетала. Поназабивать вот этих вот. Если вы чересчур перезабили, можно где-то высветлить, опять же таки, голубенькой взять. Ну, допустим, вот этот вот райончик, где я хочу, например, сделать просветы среди листочков. Добавляем туда голубенького цветика, чуть-чуть воздуха, и все прекрасно становится на свои места. Также с голубым можно, в принципе, погулять потом. По всей березке можно погулять будет. Так, чтобы не получилось, в шахматном порядке не было ничего. Попробуйте. Это тоже тренировка с листочками. Не каждый новичок справляется. Бывает, что забивают очень сильно и некрасиво получается. Здесь нужно некий такой опыт. И обязательно на природе посматривайте, как растут листья, как
Деревья растут. Деревья — это отдельная тема, и порой несколько уроков берет человек, чтобы получилось у него первые деревца. Не у всех это получается, к сожалению, сразу. Тут нужно продумывать, вот не так, как я сейчас болтаю, и порой даже не всегда художник понимает, что делает. Лучше, конечно же, не стараться сразу все забить, а именно художник, рука должна работать именно с головой. Так, и еще у меня тут есть такой вот темный индиго, то, что мы добивались, синий-красный, получается такой индиго. Ну, практически черный. А черным я не пользуюсь сегодня. В редких случаях пользуемся. Ну и хочу вот здесь вот перед тем, как написать костер и травку, хочется вот это вот деревце. Здесь, скорее всего, это даже не дерево, а может быть кустарник. Там их раз, два, три, четыре я вижу основных ствола. И из этих основных стволов еще выходит сотни разных веточек. Костер. Да. Я хочу вот где-то здесь сделать место дороги, вот здесь сделать полянку и написать костер. Если хотите, конечно, если не хотите, я могу оставить. Вот есть деревца, дерево, которое находится ближе к воде, оно имеет некий такой правый наклон. Вообще все деревья, они склонны иметь наклоны к воде, к водичке. Ну вот можно такими рывками некими, резко двигая, прописывать вот такие стволы. Все ветки, абсолютно все ветки, естественно, прописывать не нужно. Это не заставляет нас ни к чему. Никто. Поэтому здесь можно пользоваться. Вот достаточно толстая у меня сейчас кисть. И, в принципе, вот в лежачем положении. А также я ее прокручиваю. Если вы видите. Все время прокручиваю кисточку. Краска стягивается с кисточки. И тем самым получается вот некий такой. Ну и плавно отрываю, чтобы кончики были плавно оторваны, как самолетик взлетаем. Тем самым получается кончики веточек, они сливаются с небом. Очень красиво получается. Ну и вот тут нужно переплести. Тут много, много разных переплетений. Вижу, что рвется краска, поэтому нужно тут вот тоже есть такой момент, когда начинает краска рваться, не тянется толком, не протягивается. В этом случае нужно тут же добавить маслица. И только вот таким жиденьким состоянием можно написать тоненькую веточку. Если краска густая, то не получится тонкой. Получится толстая. Так, вот набираем от себя. И также можно и веточки, кисточку прокручивать так, чтобы получался такой же эффект набора. Ну и вот тут переплетаем, делаем некие такие переплетики. Сейчас на самом деле там пока нет никаких листочков. Листочки чуть позже. Но есть очень много вот таких вот подетальных веточек. Тут тоже желательно продумать, не сразу писать, не сразу забивать, как попало. Немножко анализировать. Все обязательно получится. Не все сразу.
можно от вести к дереву, от ствола вверх или наоборот к стволу. Тут уже как вам больше интересно и больше подходит. Но на самом деле вот этот кустик, он сам по себе, у него очень много ответвлений. То есть вот здесь нужно учитывать, что из одной веточки выходит вторая веточка, из той веточки еще какая-то веточка. И тут вот именно этим мы можем сыграть и сделать такой вот интересный кустик. И ну вот с этими ветками можно, конечно же, сидеть тоже целые сутки и прописывать, что, собственно, нам не позволяет на вебинарах это сделать. Там вот есть от одного дерева приходит, переплетается ветка с другим деревом. Где-то вот тут на воде есть какие-то вот такие. Ну и все, вот каждое движение, каждый мазок художника, он что-то добавляет. И добавляет, все время делает разнообразней картину. Ну и делает ее интереснее, естественно. Невозможно же вот взять и все за секунду прописать. Тут нужно, обязательно нужно присматриваться. Обязательно нужно присматриваться, всматриваться. Ну и вот какими-то вот такими, может быть, движениями. А там на среди вот этих веточек есть листочки, вот эти еще не опавшие. И у этих листочков уже такой красный оттенок, красный цвет. Ну, да, можно, в принципе, пока остановиться на этом. Самое главное, чтобы вы понимали, каким образом можно написать эту картинку, этот кустик. Ну и вот тут таких вот мелочевочек, конечно же, их миллион. Их нужно каждую мелочевочку, каждую веточку еще дополнительно поработать. Единственное, что хорошо для новичка, то что нет, на этом кустике нет светотени. Он находится в такой теневой, напротив солнышка, поэтому не нужно здесь особо выписывать свет и тень. Здесь все одним цветом можно прописать совершенно спокойно. Вот как-то. Очень много веток. Я еще буду с этим работать. Пока я оставлю. Ну и вообще желательно, прописывая картину, переходить из одного места в другое, так чтобы не зацикливаться на одном месте, так чтобы глаз художника отдыхал. Красный, и вот есть красный белила, получается такой вот цветик. Красный белила, то, что я вижу на фотографии, он в принципе один в один этот цвет. Где-то там беленький подыгрывает, где-то можно оранжевым подыграть. То же самое, просто может быть сами листики, они чуть поменьше. Но их там тоже хватает, в принципе. Ну и вот нужно как-то их показать, что они там есть.
сбить, возможно, что сбить где-то в одну, в один пучок из этого пучка, так, чтобы вот листики, они собирались именно где-то вот листик смотрит в какое-то направление у него есть, может быть, влево-вправо. И вот их очень много, они прям вот туда, в самую макушку уходят. Дальше мы можем еще поверх листиков поработать веточками. Все это будет добавлять и звуки, составлять звуки в картине. Вот также кто-то захочет сегодня, кто-то захочет уже на следующий день пописать эти листочки. Просто я все время набираю чистую красочку, и как только ее пачкаю, то есть она кисть набирает, кисточка сразу набирает другие оттенки, то есть синий нужно вытирать, набирать заново. И вот таким вот методом получается написание листа. Естественно, на вот этой вот редкости мы не остановимся. Здесь нужно будет больше прописать еще самих, как сами ветки, так и само листво. И уточнить. Листва снизу, она такая вот здесь, вот особенно с правой стороны, больше в красном, что ходить надо, да, в какую-то темную часть. Что тоже будет смотреться. Листочки могут и темные быть. Вот. Ну и не забывайте, что забить в арифметической прогрессии одинаково, ни в коем случае не делать это. Вот здесь звук стоп, на кой забежал. Здесь нужно учитывать звук. Давайте я спрошу еще раз у всех, кто меня сегодня смотрит. Поставьте, пожалуйста, оценки по звуку, что у нас получается. Может быть, это у вас отдельно, или мы все-таки... Зачем? Вот ты про это просил, Боже, вот это имя. Пойдите ко мне. Так, а что же по звуку, да? Звук. Настройки сейчас я посмотрю. Я пока не вижу от вас откликов. По звуку пока ничего не понятно, то есть вы ничего не пишете. Задели микрофон или нет, я не микрофон задел, хрипение лежит, окей. Сейчас, друзья, посмотрим, что со звуком стало. Раз, два, три, раз, два, три. Может быть, я включу сейчас и включу еще раз камеру. Не знаю. Сейчас попробую.
Так, теперь подключился я. Сейчас попробуем, друзья. Я теперь не вижу, что камера у меня работает. Не, не работает камера. Да, камера заработала. Напишите мне, пожалуйста, еще раз по звуку, как меня сейчас слышно. Вот, непонятно. Одни пишут отлично, друг. Вот вижу, что пишут плохо. Ирина пишет. Людмила пишет отлично. Все отлично, отлично. В YouTube, по крайней мере, пишут, что отлично. Да, все хорошо. Вот здесь на сайте. Ага. Ага, все, друзья, продолжаем работать. Ничего я не делал, ничего я не задевал. В принципе, я выключил опять камеру, включил, и все пошло. Ну вот, сегодня все-таки интернет не настолько еще хорош, чтобы проводить такие мероприятия, но тем не менее уже есть какие-то плюсы в интернете, что мы все-таки тем не менее встречаемся. Если, скажем, лет так 10 назад, ну, помню, вот первый скайп, когда появился еще, было вообще невозможно общаться, там вместо видео была просто картинка, которая периодически передвигалась. И все-таки вот за последние 10 лет настолько техника выросла, что хоть как-то, пусть даже не в таком отличном качестве, но хоть как-то мы можем преподавать и вести такие уроки на таких платформах. Все возможно, что в ближайшем будущем будет еще лучше. И поэтому будем надеяться, что техника будет расти. А сейчас сумасшедший мир, техника растет так, что мы просто не успеваем за ней. Ну, смотрите, где-то листочки сбиваются в одну кучку, где-то мы можем отрывать их друг от дружки. И где-то может быть просто отдельный листочек находиться вне веточки. Вот где-то, например, 2-3 листочка. Они вот попали сюда, и все. Ну что, вижу, все хорошо. Да, вижу, слава технике. Все хорошо. Хотя бывает и даже по интернету очень плохо проходит трансляция. И вроде все настроено, и комната настроена, и бац, трансляция никак-то не идет, не хочет. Так, ну что, там много-много всего. Не хочется мне оставлять так все пусто. И там есть и какие-то переплетения еще из одного в другое. И тут, конечно, нужно еще добавлять будет, да? Что еще можно? Можно, в принципе, написать, вот кто-то захочет лодочку написать тоже вполне. И будет неплохо смотреться на этом месте лодочка. Может быть, мостик какой-то написать, что тоже будет интересно. Ну, а мы переходим на травку и забиваем дальше травой. И, как я уже сказал, хочется еще успеть костер. И, наверное, это будет красиво. Хотя у меня нет под рукой никакой картинки, но мы что-нибудь так повыдумываем, попридумываем. Надеюсь, получится у нас и кострище. Здесь вот я вот эту вот часть поделю на пополам. Половина у меня будет
темности, темная травка, вот здесь ровно по половине, ну и доходить вот до дерева будет. А за деревом будет там светлая травка, и вот здесь вот на свету мы расположим костер так, чтобы он попадал, чтобы огниво, огонь попадал на темный фон. И тем самым, естественно, получится тогда огонь. Если мы его будем прописывать на светлом фоне, то огонь не получится. Он будет плохо смотреться вот на такой светлой траве, как вот, например, здесь снизу. А так, чтобы кострище было видно, точнее, кострище будет находиться снизу, на светлой части, а сам огонь будет выходить на темную. Это вот одно из правил. У художники всегда пользуются этим правилом, так чтобы сбивать и показывать светлое на темном, с темным на светлом. Так, вот забиваем. Травка, она также имеет свойство такое. Где-то она вправо повернута, где-то чуть влево. Но так как возле воды, все-таки мы больше направления делаем вправо, к водичке. И дойти надо до самого дерева, вот сюда. Здесь есть некие такие блики солнечные на траве. Еще сделаем их. Такая вот она вроде бы простенькая работа, но довольно такая длинненькая, что здесь вот все-таки очень много работы с ней. Особенно вот с этой мелочевкой. Как по листочкам, так и по травке очень много. Ну и также вот не разбегаемся пока, а пишем одним цветом. Потом только вносим другие цвета в траву. Эту линию я нарисовал, линию. Она теперь мешает мне. Потом высветляем, постепенно высветляем. Сначала одним цветом, потом берем чуть светлее и этой же травкой по-светлому работаем уже. Ой, точнее, светлым по-темному. Вот. А здесь на самый передний план. Сейчас я вытащу эту красочку. Добавляем желтенький. Зелененький, и получаем еще светлее, и плавненько переходим от темного к светлому. Размер холста не берите мелкий. Обязательно пробуйте писать. Ну, это вот минимальный размер, наверное, если брать, то берите где-то, может быть, как у меня. А это 40 на 60 для вот таких пейзажных работ широкоформатных. 50 на 70 еще лучше будет, потому что все-таки чем больше холстик, тем больше вы можете понимать и поводить рукой, попробовать какие-то движения создать. Только таким методом вы научитесь писать на больших холстах. К маленьким не привыкайте сразу. Как только вы привычитесь писать на мелких холстах, перейти на мелкий можно всегда. А вот с мелкого холста на крупный... На мелком рисовать хуже. Во-первых, детали. Вот каждую детальку вы же можете попробовать. И когда мы пишем детальки, ее легче, эту детальку прописать именно на большом холсте. На крупном.
Еще я добавляю желтого и маслица, так чтобы пока я не перехожу на белила, там есть вот вообще такой желтый-желтый, едкий такой желтый. Даже можно взять желто-лимонный цвет, может у кого-то есть. Тоже будет очень хорошо смотреться. Не желтый средний, а желтый светлый. Ну и вот таким методом забить здесь нужно вот эту травку, а которая ближе к нам, здесь вот поляночка такая, да, и она состоит именно вот из такой травки. Также можно очень быстро с помощью мастихина можно прописывать траву, так вот приподнимая мастихин боком, а это уже совсем такой очень, очень быстрый метод. Кому как нравится, попробуйте разные. Если вам нравится один из методов, пользуйтесь им. И, как я уже сказал, пользуйтесь тем методом, который вам удобен. И к тому методу, к которому вы привыкли. А у каждого художника есть свои методы. Каждый художник пишет своим почерком, своей техникой. В своем стиле, своими красками, своим разбавителем. Поэтому вот обучаясь, может быть, у разных художников, если вы обучаетесь, берите тот метод, который вам больше нравится, и работайте с тем методом, который вам больше по душе. Ну все, вот тут еще проходим некие такие травушки, сюда вытаскиваем. Здесь есть, пока нет света, сюда я не подхожу близко. И там вот здесь на заднем плане, здесь тоже есть у нас светик. Можно туда его тоже сейчас немножко закинуть. В принципе, вот здесь, от самой березки, и там есть свет, он туда попадает. Ну, вот позбивать можно и вниз, и вверх, и в разных направлениях. Все, здесь будет уже такая дописочка. Сразу тут же немножко, может быть, забить побольше зеленцы. Ну и вот так вот. Чуть побыстрее, поритмичнее поработать. Да, возможно, что здесь есть некие такие, где-то свет попадает чуть больше. Нужно учитывать это место. Все, дальше я в самом конце уже, может быть, даже завтра, уже вот на готовой траве, там можно уже уточнить, конечно же, больше таких деталек положить. Сегодня, наверное, я не буду заканчивать полностью работу. Так вот я вам расскажу, покажу, что как можно. Хотя все возможно, что я остановлюсь. Сейчас посмотрим. Во всяком случае, будет видно. Будет видно сейчас. Вот такая нехитрая кисточка. У кого нет, обязательно посмотрите у девчат. Очень такая удобная. Она практически кончиком работаем, и
делает такие вот некие чудеса. Ну, кто-то, может быть, любит веерную кисть, тоже можете попробовать веерной, что тоже есть одна из техник. Хотя мне веерная кисть, она не совсем по душе. Вопрос. Часто пользовался такой кистью. Я ее не особо люблю, эту кисточку, потому что она делает мультяшные такие картинки. Не живые, а именно вот мультяшные. Только потому, что там идет повторение. Именно повторение. И той кистью нужно правильно пользоваться, так чтобы не было одинаковости. Как я уже сказал, вот все из-за того, что картина становится неживой, потому что много одинаковости. И много бывает, если художник делает в шахматном порядке, все в математическом порядке, это тоже сразу забивает, потому что в природе нет ничего одинакового. Нет одинаковых облаков, нет одинаковых бликов. Деревья растут на разных, все время на разных расстояниях, то есть не как забор, а как палки в заборе, а именно все по-разному. Еще хочется светик, нужно будет еще свет положить, желтый, и практически вот тут есть совсем уже такие желтенькие с белилами, вот то, что мы на блики на дерево делали, желтый с белилами. И также вот тут, где там, где травка светится на солнышке, можно также сделать оранжевый, но более такой светлый оранжевый. И уйти с таким со светлым оранжевым тоже показать. Будет интересно смотреться. Ну вот тут уже варьируем. Варьируем между и получаем вот эти светлые оттеночки где-то вот на заднем плане здесь. Травка на солнышке светится. Также есть, можно вот здесь вот по крыше. Тоже может светик попадать. Елена с Казахстана еще не спит. Так. Александр, просто шедеврально. Свежесть в картине и воздух. Все дышит и живет. Спасибо. Завтра буду писать. Да, спасибо вам. Обязательно выставляйте в группу. У нас есть группы. Во всех наших социальных сетях есть группы. И там есть альбомы для по вебинарам. Будет очень интересно посмотреть, что получилось у вас. В всяком случае, что будет получаться. Обязательно не забывайте выставлять группы. Не стесняйтесь. Ну, тут вот сидеть можно часами. Часами можно сидеть и вот что-то такое выдумывать. Конечно же, я сейчас не без ошибок работаю, у меня тоже масса ошибок, поэтому здесь нужно, мне нужно также сделать некую такую паузу, чтобы определиться с моей работой, потому что я, как и все, также у меня устает глаз, и поэтому мы все начинаем делать ошибки, и не только новичок, но и имеющий опыт человек, если не делает паузы, остается один на один в картине в течение нескольких часов, то человек также начинает делать массу ошибок. Качество картинки и звука стали очень хорошие по сравнению с предыдущими трансляциями. Ну, мы растем. Покупаем новые камеры. Вот на данный момент многие из наших художников, маленькоклассников купили, уже перешли на качественные камеры. И
иногда не каждый начинающий художник на нашем проекте может выступить в хорошем качестве, потому что то ли интернет слабый. У меня в данном случае у меня была громаднейшая проблема, потому что там, где я проживаю, в этом месте раньше не было стеклянных кабелей, как сейчас их говорят. И вообще не было этого скоростного интернета. Он сейчас вот недавно только провели его к нам. Я ездил в Санкт-Петербурге уже давным-давно. Люди работают на... И у каждого там практически хороший интернет в хорошем качестве. Но вот здесь, в Германии, как раз-таки не у всех такое есть. А мы живем... Такая гористая местность еще. Поэтому хорошо, что провели. И вот у меня сразу следующий вопрос стал о покупке камеры. Камеры здесь тоже вот эти вот. C930, она была заранее куплена, но она не тянула у меня. Интернет сам не тянул. Была хорошая камера, писали, ну что ты там снимаешь на какие-то телефоны там непонятные. На самом деле я снимал на хорошую камеру, а интернет ее не вытаскивал. И было вот такое как раз такое ощущение, что снимается на дешевку какую-то, на телефон, может быть, еще на что-то. Вот здесь такой красноватый есть, такой сухая травка, ее тоже можно чуть-чуть добавить, так как это осень, не все у нас тут зеленое. Это все будет добавлять. Вот тут надо просто ее немножко сделать с маслицем, чтобы она чуточку была такой жиденькой. Все, дальше. Есть справа дерево. Тут я тоже наблюдаю. Есть вот эти листочки. Но это понятно. Кто как хочет. Хочет прописать, хочет оставить. Можно, в принципе, добавить их будет. Там в самом конце, я посмотрю уже по времени. Коричневый, красный. Больше, наверное, красного, чем коричневого. И вот такой он. Ну вот он, да, примерно вот такой же цветик. И там его позабивать, сделать какие-то листочки. Вот здесь, с этой стороны, понадавить. И потом, может быть, пару веточек. Где-то в светлый потом уйти. Где-то чуть-чуть бличков на эти же листочки. Ну и, в общем, тоже можно оттуда показать, что там тоже растет какой-то это. А, как я уже сказал, мы попробуем сейчас вот где-то кострище такое сделать. Во всяком случае, я попробую, не знаю, что получится. Нет у меня никакой такой, не такой какой-то картинки. Синий, голубой, чуточку красного я добавлю. Сделать, может быть, подготовку, где его расположим. Давайте вот здесь где-нибудь посередине. Можно и с правой стороны костер, можно и здесь. Попробую, не знаю, что получится. Уж сильно тогда не ругайте меня, если вдруг не получится, но вот полена, какие-то полена, которые уже имеют такой фиолетовый намек, то есть красный с синим, в такой в легкий фиолетовый я ушел. Дальше сами дрова, их можно продолжить темным цветиком, ну и где-то вот особенно кончики, которые еще не обгорели. Ну пусть это пока будет, пока перекрест такой будет. И вот этот вот фиолетовый намек, это намек на как раз таки пепел. Пепел такой вот обгорелая полена. Его можно еще также разделить, это полено, вот такими вот перехлестами из темного цвета, и получится, как будто там вот, как вы видели, уже угольки есть такое в костре. Дальше хочется, вот, мне нужно сейчас место, чистая краска.
Желательно сделать ее очень чистой. Вот так как раз так у меня место сейчас придется почистить для этой цели. Костер цифровый, это опасно. Ну, там, может быть, люди сидят, примяли травку. Все это можно довести до такого полянного состояния прижатой травы. Возможно, что это уже осенняя пора, дождливая, трава мокрая. Не будем думать о плохом, о опасности. В частности, я очень часто бывал в такое время года на рыбалках. Я люблю рыбалки, сам рыбак. Мы часто и в России разжигали костры в такое время года. И была трава, и высокая трава, и по пояс. Но ничего не происходило такого страшного. Так, я секундочку сейчас разбавлю желтенькую с красной, чтобы получить чистый цвет. Одну секундочку. Так. Костер, котелок сухой и удочку в речку закинуть. Да, прекрасное времяпровождение. Вот так можно, потом повесив эту картинку где-то возле, может быть, в спальне, и представлять, что находишься на рыбалке, горит костер, а уже пора такая осенняя, вроде бы и прохладно на улице, но костер греет. Так, разбавляю. Чисто надо кисть. Я также чищу только подсолнечным маслом, макаю, вытираю. Получается такая чистая кисточка, она не вылезает, потому что масло не портит ее. И мне нужен чисто красный еще. Желтый выдавил, теперь красненький. И получится у нас сейчас оранжевый цвет. Добиться нужно оранжевого. И причем добиться разных оттенков. Сейчас я смешаю желтый с красным. Получаем такой вот оранжевый оттеночек. И вот этим оранжевым оттеночком, ну, можно вот здесь вот с самого низу показать, что там есть, а лучше всего это сделать мастихином. То же самое, что мы выкладывали на веточку. Ну, что там есть огонь под костром. Ну и надо, конечно же, вытащить этот огонек. Также вот его вытаскиваем сейчас. Вытаскиваю его сразу наверх сюда, на темный цвет. Он с таким разрывом идет. Ну и в сам центр огонька нужно положить желтенький. Может быть, даже желтый со светлым смешать еще с белилами. Сейчас я попробую такой вот ярко-ярко желтый сделать. Попробуем, что получится. Тут нужен этот цветик. Иначе, если мы его не положим, у нас не получится огня. Мы вокруг котелка с ложками хоровод водим. Все что угодно. Горит костер. Теперь берем кисть. Такую вот мягкую кисточку. Берем
голубенький цветик. Бело-синий получаем такой голубенький цветик. Не так, чтобы он зеленел, а голубой был. Если работать по солнечным маслам, можно ли через какое-то время покрывать работу лаком? Это уже по желанию, как вы хотите. Если вы... Ну, до полного просыхания дождаться, конечно. Ну, вообще полгода надо ждать, чтобы покрыть потом лаком, желательно. А, в общем, конечно же, я не покрываю лаком. Вот вы уже сами тут смотрите. Хотите вы это лаком? Я, например, у меня все картины, они как будто лаком покрыты, потому что вот именно из-за подсолнечного масла краска остается, остаются эти свойства. И я, в общем-то, не парюсь по этому поводу, чтобы покрывать лаком. Потом лак сам по себе, картина, покрытая лаком, она не везде смотрится. Если вы ее от солнца повесите, и солнце будет на нее светить, то бликовать. Она может бликовать. Если только каким-то матовым лаком покрывать, а не прозрачным, тогда какой смысл? А вообще, картина, любая картина, покрытая лаком, она смотрится именно в определенном месте. То есть, если вы где-то с определенной подсветкой, где-то, может быть, с определенным уклоном, не от окна, ну и так далее, и так далее, и так далее. Это очень такое, на самом деле, очень такое, такая вещь, что... Ну вот, пошел костер, загорелся, пошел дымок. Дымок, он также может, с одной стороны, со стороны света у него вот здесь, более светлым быть. И можно его сделать какой-то, какие-то даже вот сюда блички положить. Вот этот вот коричневый, который у меня был вот здесь на березах, немножко белил туда. Ну и показать, что дым, он тоже может светиться. То есть вот здесь вот немножко... какие-то такие блики показать, что они тоже есть в дыму. И он может подниматься, в принципе, на всю нашу картину, плавно растворяясь в картине, плавно перекрывая задний пейзаж. Он есть, и он из тоненького рождается дым потом в такой уже широкий. А? Не, не огонь, дым. Дым, он поднимается, да, и он такой уже начинает. Здесь он узенький, а туда он уходит. Можно его сделать, как будто он стелится по речке, то есть его загнуть немножко больше. Можно сделать так, оставить, как вам нравится. Вот тут вот вы можете поколдовать с этим моментиком. Уже и сами придумать. Сами придумать свой костер. Я его вот таким сделал. И вот смотрите, он у меня поднимается и растет прям. Прям вот идет запах сейчас от него, я чувствую. Костра. Тут можно все что угодно. Тут можно действительно и удочку, и какие-то эти поставить, и котелок положить. Ну все, сейчас до охотников дойдем. Ну да. Фантазия безгранична, поэтому вы можете делать... сколько угодно фантазировать с этой картиной. Здесь на самом деле на фотографии-то нет его. Я просто вот с головы. Ностальгия, батенька. Ностальгия, да. Ну и можно чисто красным еще по краям. Огонь такой любит. Где немножко больше красного, чем желтого. Он такой получается оранжевый, но
больше красного. И вот тут по краям выложить его. Сейчас вот она не вяжется, эта красочка не хочет. Разве что, может быть, она с помощью мастихина, может быть. Не хочет. Но это можно, в принципе, добавить завтра. Сейчас немножко она, немножко эта красочка подвстанет и... Ну, видно, что, в общем-то, конечно, вот она. Есть какой-то огонек. Вот, с березкой хочется еще чуть-чуть потрудиться, немножко по веточкам потрудиться, по листочкам чуть-чуть еще потрудиться. Вот, а так, конечно же, может быть, по воде каких-то вот глади еще добавить мягкой кистью. Основной, вот тут вот не хватает, сейчас я посмотрю с правой стороны. Что тут у нас находится? Тут зеленая травка, и причем есть теневая же от этого, от дерева. Свет идет оттуда, поэтому здесь есть зеленая, но она темно-зеленая трава. Она находится в тени, вот тут где-то. Перед деревом тут есть также травка. Вот она где-то она бликует, где-то она в теневой. Вот самое главное вот тут теневую оставить. Дерево оно находится в теневой, поэтому, точнее, вот здесь от дерева идет теневая. Поэтому мы ее сюда, эту теневую, оставляем. Ну все, чуть больше всего понадобавлять нужно еще. Какие-то ветки, которые уходят, или точнее исходят с правой стороны. Также их прописать, там есть что-то такое. Какие-то, может быть, кустарники такие же. Вот, и эти кустарники также попадают сюда. Эти же веточки выходят. Вот. Задний план, ну, тоже можно с ним чуточку еще поиграться. Где-то по бличкам каким-то. Ага, сейчас я вижу, что немножко хочется все-таки вот сюда светик пустить, такую светло-голубенькую. Пусть она перекроет этот задний план. И пусть она такая будет. Ксета? Вот собака у нас храпучая какая. Вот, попробуйте, друзья. Хорошая такая интересная картинка. Довольно-таки простая. Я не вижу, например, тут какой-то вот такой сильной сложности, тем более, как я рассказываю. Я думаю, что ну, понятней, наверное, уже не может быть по рассказу. Единственное, что да, если вы абсолютно новичок, то есть ни разу не пробовали, не брали краску в руки, то возможно, что с первого раза не получится, но получится обязательно. Я вас уверяю, нужно пробовать. Вот, все в ваших руках. Я вижу, что появился костер, ну вот так вот с первого взгляда. Хочется немножко вот эти деревца на заднем плане немножко опустить, приблизить. То есть вот куда-то сюда, не на самом краю, чтобы они там были, но вот
поближе их посадить, перекрыть потом травкой. Вот. Ну и что-то вот в таком роде. Ну а дальше как вам понравится. Вот можно лодочку, можно какой-то мостик, можно удочку поставить сюда. Все что угодно. Я думаю, что на этом, друзья, мы можем плавно завершать. Ничего вот такого нового, чтобы показать, я вам уже не покажу, потому что, в принципе, я показал всю технику, как написать простейшим способом вот такой пейзаж. По детально я еще, естественно, чуточку мало здесь у меня вот желтеньких. С правой стороны их нет, то есть я накидал со стороны света. Может быть, еще по листочкам здесь, по веточкам уточнить. То есть здесь ничего нового уже не будет прописано, но слегка вот так вот, может быть, уточнить эту работу, дописать. А, сами понимаете, что в дописке, сейчас сколько мы? Час, два, три, да? Три часа у нас. Вот, в дописке мы, ну, просто-напросто это будет долгая история, и мы не можем писать с вами всю ночь. Я сейчас также должен сделать небольшую паузу. Чуточку отдохну, попью кофейку на ночь. Я люблю кофе на ночь. И, может быть, еще сегодня немножко. Чересчур она кричит здесь. Немножко сегодня еще, может быть, полчасика-часик поработаю. И потом в группу. Обязательно покажу вам финал фотографии в группе. Также в сообществе на YouTube-канале есть у нас сообщество. Кто не знает, на главный канал заходите. Там, где вот можно подписаться. И можно зайти в сообщество. Это такая же группа, как ВКонтакте, как в Одноклассниках, там также можно, как в Фейсбуке, также можно писать отзывы, можно смотреть, какие работы будут в ближайшее время у нас на сайте, кто будет писать и фотография, по какой работе мы будем работать. Там вы все можете посмотреть в сообществе, или лучше, конечно, вступайте в наши группы, в наших группах там более подробно уже мы рассказываем, показываем. И больше информации в наших группах, чем на самом канале YouTube. Вот. Также, если кто-то не успел посмотреть во время прямого эфира, и кто-то пришел, вдруг кто-то присоединился к нам позже, должен вам напомнить, что это пробный, такой один из пробных онлайн выступлений на совсем другая студия работает, и в этой студии мы пробуем сейчас проводить такие онлайн мастер-классы, и возможно, что художники будут выступать в будущем, как я, так и другие художники будут выступать и оставлять свои мастер-классы в открытом доступе. Но в этом случае, друзья, вы должны понимать, что без вашего спонсорства мы просто-напросто не сможем делать это долго. Сегодня все у нас вроде бы получилось. Самое главное, чтобы художник оставался при своем материале и не тратился просто так на бесплатные уроки. Ну и чтобы было какое-то вдохновение. Поэтому говорю вам всем большое спасибо, огромное, огромнейшее спасибо, кто поддерживает нас финансово. Сегодня я всем уже сказал спасибо. Для вас танцует зайчик. Если вы переводите какую-то сумму, то во время эфира он еще может станцевать. После эфира уже, конечно же, нет. На нашем сайте, кто смотрит на нас, на наше выступление на нашем сайте, там прямо под видео есть возможность перевода на донат. И также первая ссылка под видео на канале YouTube – это донат. Вы можете перечислить незначительную сумму, многое переводить не нужно –
но незначительная сумма, она поможет каждому художнику и будет стимулировать и делать. Мы будем стараться для вас улучшивать наш проект и улучшать и проводить выступления как можно в лучшем качестве. И также, возможно, что в скором времени я поставлю вторую камеру, так чтобы вы сразу видели, одна камера будет смотреть на мою палитру, вторая камера будет на холл смотреть. И все будет удобно и вам, и нам. Поэтому. Ну а мы с Татьяной желаем вам самого главного крепкого-крепкого здоровья. Приходите на наше выступление, участвуйте с нами на всех наших группах, участвуйте. Пишите нам комментарии, не забывайте. Ставьте лайк, если вам понравилось мое выступление. Если не понравился, ставьте дизлайк. Все зависит от вас. Ну и если вам не понравилось, то пишите, что не понравилось, что нужно изменить, что нужно сделать для того, чтобы лучше был наш проект. А на этом я с вами прощаюсь, друзья. Желаю вам еще раз крепкого здоровья, спокойной ночи. До свидания. С вами был Григорьев.